Урса, Юлзар. Перед вторжением в Скорж раса разумных медведей, урболгов, строила тихое духовное общество глубоко в сердце Азара. Большинство представителей этой расы было убито и захвачено андедами. Обычно изолированные фурболги были вынуждены бежать в поисках защиты к Сентену. В свою очередь, фурболги послали своего самого могущественного воина сражаться во имя добра. Разгневанный захватом и разрушением гармонии священной земли своего народа, Юлзар в состоянии преобразовать свою ярость в серию чрезвычайно быстрых и чудовищно сильных ударов. Используя свои острые когти, он способен одолеть любого противника и буквально разорвать его на кусочки. Давай. Даже не спрашивайте, как я настоящего определил. Ух, там еще идут, да? Давай. Хорош. Нет, походу, на вставочку будет, да? Ну, это на вставочку. Что еще можно тут сказать? Уже ультракил, это уже посерьезнее. Это не какой-то там трипл килл. Хорош. А ЕГО есть, можно подраться, безусловно. Да, погнали. Я решил, пацаны. Я буду драться. Буду сражаться. Сейчас, пацаны, доминировали. Боже, это тяжело. Это не так легко, как вы думаете. Попробуйте. Доминировали. Давай. Вот это настоящий. Хорош. Есть. И этого туда же. У меня 5 стиков. Только не таракан. Хорош. Ха-ха-ха, пацаны, смешно. СМХ играет. Довольный. Первый раз в жизни выигрывает доту. Довольный. Блин, обидно за таких ребят. Ребят, если у вас есть возможность вразумить таких ребяток, блин, парни, вразумите их, пожалуйста. Ну это же жесть. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать новый гайд, конечно же, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает. Не только спонсоров, которых я выношу сюда. Спонсоров, к сожалению, осталось мало, но потому что монетизации в Ютубе по сути нету. И спонсорка тоже, она не особо сейчас актуальна. Хочу спасибо сказать абсолютно всем, друзья, кто поддерживает, кто ставит лайк, кто подписывается на канал, кто нажимает колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видосы. Ребятки, спасибо всем от души, рили, огромный респект. Важна любая поддержка. Конечно же, спасибо всем, кто донатит и кто заходит на стримы в 19 по МСК. Ребятки, от души не забывайте, что каждый вечер у нас проходят приватные игры, игры с подписчиками, и туда можно завалиться и немножко поиграть и почилить на стримерской, так сказать, атмосфере, на вот этой чил-зоне, можно так выразиться. Ну и, конечно же, провести время. Не сказать, что полезно, но в целом просто так можно зайти, посидеть, как говорится, попердеть. Ну что ж, друзья, вот такое вот у нас небольшое получилось приветствие. Сегодня у нас новый гайд, и герой у нас, как вы видите, метовый герой. 85-й карт, это у нас вот такой вот Урсевич, он такой злой мишка. И сегодня мы будем разбирать его способности и разберемся вообще, что это за герой, как его кушать и как делать. И узнаем, как работают у него способности, как работает Airshock, как работает Overpower, и как работает Fury Swipe, и как работает Enrage. Данный герой, как я уже говорил ранее, метовый персонаж, и я расскажу, почему. Сегодня я для вас заготовил несколько интересных игр, их мы тоже посмотрим. Но прежде чем приступить к просмотру игр, рекомендую посмотреть теорию. Не скипайте, досмотрите ее до конца, и поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Earshock. Данная способность позволяет в определенном радиусе замедлить всех оппонентов и, конечно же, нанести им небольшое количество урона. Но замедление тут очень сильное, и время замедления тоже очень сильное. При этом данная способность имеет маленький монокостик и хороший кулдаун. Очень хороший фарм спелл и, конечно же, спелл, который позволяет догонять оппонентов и уничтожать их налегке. Давайте прокачаем. Прокачали мы данную способность. Хоткей у нас Е, и посмотрим, как она
у нас работает. Подходим к оппонентам и в радиусе, к слову, радиус 385 единиц. Вы вот так топаете, и у оппонентов над головой такие кружочки. И они, эти кружочки сигнализируют о том, что оппонент сейчас замедлен. При этом эту способность нельзя развеять. То есть такой прикол. Если вы играете, допустим, на Your Nero, и Урса успевает топнуть, и вы начинаете крутиться, то вы в крутилке будете замедлены. Тут такая же приколюха. То есть я нажимаю диффуз на себя, нажимаю диффуз на Некролайт, и эта способность не снимается. Это очень годная фишка, которая позволит вам немного вооружиться перед оппонентами, у которых есть иммунитет. Следующий момент. Проверим это мы еще чуть позже с БКБ, но не суть. По уровням прокачки у нас эта способность очень хорошо улучшается. И в принципе разобрали мы действия нашей способности. Давайте посмотрим по табличечке. Поехали. Смотрите, выезжает табличка. Радиус 385. Это тот радиус, в котором вы сможете зацепить всех оппонентов и замедлить. Далее. Урон 90, 140, 190 и 240. 240 единиц — это небольшой урон, но в целом способность очень хорошая, поэтому это все компенсируется. Замедление скорости передвижения. Вот тут интересно. 25, 35, 45 и 55%. Вы прикиньте, 55% замедление. Это очень сильное замедление. При этом длительность этого замедления 4 секунды, а перезарядка 5. Вот и думайте, что можно постоянно держать оппонентов в жестком замедлении. При этом все это требует 75 единиц маны. Очень мало, да? Очень мало требует, и способность очень сильная. Давайте купим итем. Итем Блацк. Итем 230. И посмотрим, как эта тема будет работать на БКБ. То есть образно я клепаю, он БКБ нажимает и, как видите, не диспелится. То, о чем я и говорил. Вот такая вот тема, ребятки, вот такая вот у нас способность. Очень хорошая способность, как я уже говорил, для фарма и, конечно же, для того, чтобы настигать каких-нибудь оппонентов. Ребятки, это все. Данная способность еще бьет в инвиз, в принципе, тут более нечего рассказывать. А, ну еще это магический урон, не забывайте. У Урсы нету чистого урона, у него есть магический урон. Следующая способность на нашем персонаже, друзья, это Overpower. Данная способность позволяет Урсе ускориться в скорости атаки и нанести небольшое количество тычек за короткое время. Данная способность очень хорошо стакается с третьим спеллом, ну и в целом позволяет в лейтгейме рили очень хорошо раздамаживать. Очень много тут нюансов, и сейчас постараюсь все вам рассказать, чтобы вам было досконально понятно. Хоткей у нас в ВЭ, прокачали данную способность, и давайте нажмем, что у нас получится. Нажимаем. И вот такой вот у нас эффектик появляется. Урса у нас заряжен. И если мы будем атаковать оппонента, то скорость атаки у Урсы будет очень высокая во время атаки какого-либо оппонента. Неважно, крипа, героя. Но есть тут одна специфика. Рапира здесь не просто так лежит. И гем еще может такую тему давать. Если вы будете атаковать эти артефакты, которые можно разбить, у них по 500 тысяч хп, я это уже говорил, то у вас оверпауэр кончаться не будет. Я не знаю, почему это так работает, но вот так вот это и работает. То есть оверпауэр не кончается на девайнах и на гемах. Эту тему можно, так сказать, так подобуживать. Если вы хотите разбить гем на базе парохлы с ребятами в обычной каточке, то у вас это получится. Но нужно будет где-то минутку где-то бить. Но в лейтгейме, когда есть у вас хорошие РДД, у которых по 300 плюс урона, то, в принципе, за минуту можно уложиться. И вот такая вот у нас приколюха. В целом, у нас тут дается, ребятки, количество тычек. Они увеличиваются в уровнях прокачки, то есть количество тычек, которые мы можем нанести. И что самое главное, это понимать, что у Урсы второй спелл не дает максимальную скорость атаки. Он просто дает плюс 400%. И все, ребятки, не забудьте, что это не максимальная скорость атаки, а плюс 400. А это значит, что Шива, Untouchable, это все может скостить. И Урса уже не будет так молниеносно тык-тык-тык бить, он уже будет чуть-чуть помедленнее это бить. В принципе, это можно будет еще как отдельный тест сделать. Но это, я думаю, мы сделаем, мы чуть-чуть позже. Ну и поехали, наверное, по уровням прокачки. Смотрите. Дополнительная скорость атаки 400%. Вот, это у нас есть. Далее, количество атак 3, 4, 5 и 6. 6 атак на ласт уровне вы можете нанести оппоненту с помощью второго спелла. Теперь самое интересненькое. Длительность 15 секунд и перезарядка 10. Как эту способность часто я использую, как ее можно использовать. Но сейчас я расскажу после монокост. Монокосты, ребятки, 45 единиц маны, 55, 65 и 75 единиц маны. Да, у Урсы монокосты прям кайфовые. 75 и 75 на ласт уровне очень реально годны. И мана, по сути, у Урсы не должна кончаться. Урса у нас такой добренький мишка, который может хорошо юзать кнопочки по колдауну. Так что вот такая вот у нас табличечка, ребятки. Табличка выезжает, и рассказываю, как я использую.
использую данную способность. Overpower имеет длительность 15 секунд и cooldown 10. Вы можете забафать себе overpower. Сейчас у нас overpower на единичку вкачан. Это значит, что у нас доступно 3 атаки. И смотрите, как можно подобузить. Он у нас еще висит, так как длительность 15 секунд. И наносим тычки и пробафываем еще раз. И в итоге с большой скоростью атаки мы нанесли 6 тычек, получается, вот так вот, 6. И это значит, что мы немного подобузили наш overpower. А прикиньте, с уровнем номер 4, с четвертым уровнем, 6 тычек, как вы сможете так раздамажить? Ведь у вас cooldown 10 секунд, а длительность 15. Вот и думаете, что можно нанести 12 тычек очень-очень-очень быстро. Данная способность очень легко диспейлится, и снимается она очень простенько. Достаточно какой-нибудь диффуз на Урсу накинуть, и Урса все теряет overpower, и, к сожалению, не может никак нанести быстренько эти тычки. И это очень-очень-очень плохо, ребятки. Ну и не складываются они, эти заряды. То есть, образно, если у вас уже откатилось, и вы не использовали эти атаки, и еще раз вы нажимаете, то эти тычки у вас не сложатся на Урсе, а просто перебафуются. Но как использовать эту контору правильно, я уже объяснил. Когда у вас КДшечка подходит, нападаете, атакуете, еще раз пробафаетесь, еще раз нападаете. Вот так вот эту способность правильно использовать. Ну а сейчас мы протестим, насколько сильно упадет скорость атаки Урса, если будет untouchable и будет Шива. Итак, ребята, появляется у нас тут Enchantress, и давайте посмотрим, правильны ли были мои слова о том, что у Урсы нету максимальной скорости атаки со второго спелла, а дается просто плюс 400 единиц. У нас тут есть Enchantress с минус 130% и Shiva's Guard с минус 45%. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, Урса начинает атаковать, и смотрите, какая большая разница. Он уже не так быстро бьет, а когда когда Overpower заканчивается, то Untouchable включается, и Урс тогда совсем медленный становится. И смотрите, просто стоит злой мишка и никак не попадает, ребятки. Вот такая вот у нас тема, поэтому мои слова полностью подтвердились. Ну а если, конечно же, бить другую цель, то Урса чуть бьет побыстрее. Но все равно чувствуется, что Шива немножко дает-то проблему Урсе, да. И давайте просто вот так вот сделаем, смотрите. Сейчас очень быстро бьет, а если сейчас мы подберем и все вот так вот сделаем, то получается вот такая вот приколюха, очень медленно бьет он. Кстати, еще есть один баг неприятный, я о нем почему-то не упомянул. Когда вы на Урсе попытаетесь вот так вот атаковать, но отменяете атаку, в случае если, ну, просто подходите и как-то не успеваете, знаете, там нанести тычку, вот сейчас я не нанес тычку, то это считается, как будто вы нанесли уже удар. Поэтому, когда вы за кем-то бежите, образно догоняете его и уже, ну, вроде догнали, Урса замахнулся, и вы отменяете эту атаку движением, то это посчитается, что как будто эту тычку вы завершили. Поэтому не забывайте про такой неприятный баг. Этот баг был даже возле вставочки, вот здесь вот я за диргом гнался, я только замахиваюсь, уже скорость такая атаки у меня быстрая, только замахиваюсь, и героя начинаю отводить, и получается оверпауэр заканчивается, потому что он посчитал, что эту тычку я уже как бы использовал. Поэтому не забывайте про вот эту тему. Ну что ж, вот такой вот у нас получился второй спелл, пойдемте рассматривать третий. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже — это Фьюри Свайпы. Это пассивка, которая позволяет Урсе вгрызаться в оппонента и наносить урона намного больше. У нас тут есть некоторые нюансы, которые я вам сейчас буду рассказывать. И сейчас мы будем уже, конечно же, досконально все разбирать. Фьюри Свайпы — очень лютая тема, мне очень нравится этот спелл. И в совокупности со второй способностью, это реально грозная-грозная тема. Каждая атака Урсы будет наращивать количество определенного урона в зависимости от уровня прокачки на определенной цели. Неважно, кого вы бьете. Бьете ли героя, бьете ли крипа или бьете Рошана. Все вы знаете, что Урса очень быстро забирает Рошана. Это все благодаря Фьюри Свайпам. Но данная способность не будет работать у нас на товара и на всякую прочую другую тему. То есть там колодцы, даже на колодец не работает. Если 83 все это работает, то на 85 не работает. И вот такая вот приколюха. Ходки у нас W. Данную способность прокачать. Давайте посмотрим, как она у нас работает. Вот так вот бьем оппонента, и как видите, у вас тут появляется вот такая лапа, которая сигнализирует о том, что вы имеете определенный заряд, стак на данном герое. И в течение 15 секунд, а именно стак длится у нас этот 15 секунд на героях, а 6 секунд на крипах, ну как на крипах, на Рошане только, на крипах держится также абсолютно.
это не важно, в принципе, по сути. И тема это сигнализирует о том, что вы будете продолжать стакать на этом героя. То есть, если вы сделаете вот так вот образно, обратите внимание, у нас сюда идет плюсик, а это значит, что все вампиризмы у нас будут также в плюсик идти. То есть, у нас будет вампиризм плюс 90. И смотрите, после того, как вы побили какого-то оппонента, у вас тут нарисовано плюс 120. Это не значит, что вы сейчас настакали и пойдете кого-то ударите с уроном плюс 120. Это неправильно так думать, ребятки, потому что эта тема просто сигнализирует о том, что вы накопили 120 урона на вот этой цели. И далее я не успел пробафать, конечно же, и урон упал. Смотрите, если я сейчас ударю некро, то я не нанесу ему плюс 45, то есть этот плюс не считается как следующая тычка, она будет у вас только наносить. Она касается только этого стака. Бьем, и как видите, некро эти плюс 45 не нанеслись. А на нем появилась еще одна лапка. И вы можете также протаймливать. При этом они независимо друг от друга работают, эти стаки. То есть вы можете тут этот стак продолжить. Видите, семерка, то есть тут есть еще и сигнальчик. Семерка, сейчас восьмерка. Этот стак на 8, а этот стак на сколько? Этот стак на 5, видите? То есть и можно вот так вот на нескольких оппонентов затриггериваться и, конечно же, настакивать вот этот урон и наносить урон намного больше. То есть сейчас у некро, смотрите, уже там сколько тык-тык-тык-тык. И с каждой тычкой я начинаю бить еще сильнее, потому что я разгоняюсь. В совокупности разогнать так свою способность можно очень-очень сильно, на 100 единиц. Если сейчас на некре у нас здесь 12 единиц, то можно разогнать на 100. И давайте посчитаем, сколько это будет урона. Если 100 умножаем на 15, это получается 1500 на первом уровне, на втором 2000, на третьем 2500 и на четвертом 3000 урона можно разогнать с фьюрисвайпов. Прикиньте, это реально жестко. Так что вот такая вот у нас, ребятки, способность. Ну, самая, конечно же, тема, о которой я уже говорил, это про вампиризм, который у нас тут будет от вот этой вот атаки. Поэтому Рошу и очень быстро забирает у нас Урса, потому что у вас есть какой-то определенный реген, который позволяет вам уничтожать Рошана намного быстрее по таймингу, чем какие-либо союзные или какие-то оппонентские, так сказать, герои. Ну, Урса это просто уничтожение Рошана всегда. Ну да ладно, разобрали. Давайте выведем табличку, пройдемся по табличке. Дополнительный урон 15, 20, 25, 30, это я уже просто затягиваю. Длительность 15, это именно на героях. И, конечно же, длительность на Роше 6 секунд. Специально сделали, чтобы не обузить. Все, по табличке мы разобрали, эту тему вы, в принципе, знали. Убрали. Теперь, следующая тема. Проходит через иммунитет к заклинаниям. Неважно, рейджи там, не рейджи, вы все равно стакаете эту тему. Эта тема работает даже через БКБ. При этом она не задиспелится. О, задиспелилась. А в смысле, рейдж Найкса раньше не диспелил эту контору? А нет, просто пропал эффект. Сорян. Сорян, просто пропал эффект. Смотрите, 4 заряда, опа, нету ничего, да? Опять, 5, да, все работает, ребятки. А то я уже перепугался. Я думаю, что мне память, что ли, изменяет. А просто пропал эффект вот этой лапки. Не диспелится эта контора. При этом даже если нажать диффузиал, вы тоже так же не задиспелите эти лапы. Они просто не диспелятся. И Урса продолжает вгрызаться. Блин, я сейчас так перепугался, что на камеру сейчас лоханулся. Ой, жесть. Не суть, не диспелится эта контора, и можно спокойно дальше настакаться. Следующее. Не может быть использована иллюзиями. Если у вас есть манта, то фьюрисвайпы работать на них не будут. Далее. Отключается истощением. А именно, Сильверейдж отключит вам фьюрисвайпы. Но если у вас уже было настакано энное количество на фьюрисвайпах, то эти стаки не упадут. Но вы не сможете наращивать следующие стаки. Вот так вот эта тема и будет работать. Плюс самая классная тема, что третий спелл это не уникальный модификатор атаки. Это значит, сюда можно собрать Скади, можно будет отдельно Дезоль, можно будет в совокупности собрать молнию Скади, молнию Дезолятор или молнию, там, допустим, что-нибудь еще, вампиризм какой-нибудь, молния, вампиризм, скади, то есть, неважно. Если не знаете, как работают орб-эффекты, есть отдельный видосик, можно этот видосик посмотреть. И в целом, Урса будет очень-очень приятным персонажем. Так что вот такая, ребятки, тема. В принципе, тут более нечего рассказывать по данной способности. Поехали, посмотрим, какой Урса сейчас в ультимейт, ведь он поменен на 85-й карте. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже это Enrage. Enrage это способность, которая позволяет Урсе жестко танковать, потом увеличить дэмэдж с фьюрисвайпа и, конечно же, задиспелиться. Вот такой вот мощный ультимейт. Поэтому Урса на 85-й карте является метовым героем. К сожалению, маленькая длительность у нас тут на ультимейте, но вы поймете чуть-чуть позже,
Почему? Давайте разбирать. Хоткей у нас R, прокачали данную способность. Эта способность у нас сейчас в двойку, потому что я тут тестил, сидел уже 70 минут, я пишу теорию. А это еще помимо того, что нужно это все смонтировать. Но не суть. Смотрите, хоткей у нас R и прокачали данную способность. Первое, что есть тут у Урсы на этой способности, это то, что этот танковать можно на 80% жестче. То есть Урса становится на 80% крепче к сопротивлениям всех трех типов уронов. Ну, их вообще чуть-чуть побольше, но на данный момент три типа урона Урса у нас тут забирает. А именно, физический, магический и чистый урон смягчается на 80%. Давайте посмотрим. Физический у нас тут есть сейчас и чистый урон. Именно это импетус и рука у нас Зета. Погнали, бьем. Смотрите, как Урса хапает. Нажимаем ультимейт. И дэмэджа мы почти не чувствуем. Это значит, что лагуны там всякие санстрайки нас не сможет пробить. Мы все это снизим, весь урон этот снизим. То есть это не такой не рейдж, который типа блокирует магию, а именно смягчение. Это огромный плюс. Поэтому Урса и метовый. Следующий момент какой у нас тут есть. Если мы потанковали, то следующий момент какой у нас. Если вдруг на нас накидали какую-то какость, и мы бежим такие замедленные, нажимаем ультимейт и скидываем с себя все негативы, все дебафы. А это значит, что Урса сразу же без всяких каких-либо замедлений может просто убежать или развернуться и начать драться. Ведь это глупо будет не драться, потому что вы становитесь сильнее по танкованию, все задиспелили. Так как на Урсу применяется очень сильное развеяние по типу пресс-атака, он снимает с себя большинство негативов. Например, ванды снимет там... Что еще снимет? Флакс не снимет, флакс не снимается. Какие-то станы может там снять, но как он станы? Станы он не снимет, нет, сетки снимет, то есть руты, сетки, вот это все он поснимает. Станы, к сожалению, не снимет, как во второй доте, во время стана можно нажать Enrage и выйти из станов. И, конечно же, как это Абадон делает, да, на Абадона, если там накидали что-то, он нажимает просто хоткей и выходит. Тут такое не прокатит, то есть если в вас уже залетел стан, то вы по хоткею не можете выйти. Так что вот такая, ребятки, проблема. Но не суть. И теперь самое интересное, что тут есть, это множитель фьюри свайпов. По уровням прокачки мы пройдем чуть позже. Сейчас досконально разберем ультимейт, как он у нас работает, и продолжим. Множитель фьюри свайпов. В зависимости от уровня прокачки у нас тут разный множитель. И как это работает? Когда Урса у нас нажимает Enrage, то фьюри свайпы начинают настакиваться чуть-чуть больше. И есть тут очень много механик, которых я пытался сейчас протещивать, но не до конца понимаю, но постараюсь рассказать то, что именно выяснил я. Когда вы настакиваете на оппоненте определенное количество урона, а именно давайте настакаем, ну где-то 90 сейчас, 90 настакали, и если вы нажимаете Enrage и, конечно же, продолжаете бить, смотрите, Enrage нажали и ударяете, урон у вас возрастает сразу же в один раз, но не в один, а в... определенное количество, которое у нас в зависимости от уровня прокачки, а именно 1.5-1.5 или в 2. И, конечно же, это первый тик вот этого возрастания. Он у вас урон возрастает в огромное количество. И дальше продолжает стакаться в зависимости от уровня прокачки Фьюри Свайпа, вот этого. И, конечно же, множителя. То есть, получается, Фьюри Свайп начинает бить уже с множителем. Помимо того, что он настакал в определенное количество, тот Фьюри Свайп, который уже был настакан. Надеюсь, я понятно тут объяснил. То есть, если вы настакиваете урон вот так вот, то есть без Enrage, образно, вы настакали 90, там 100, неважно. Следующая атака Enrage вам даст бонус почти в раз, то есть у нас сейчас ульт второго левела. Потом, далее, после того, как вы стакнули этот бонус один, который единый раз работает, вот этот множитель, он один раз работает, вы его стакнули, этот множитель, следующие атаки у вас будут работать с коэффициентом вот этим 1.5, 2.0, в зависимости от уровня Фьюри Свайпа. И потом, после того, как Enrage у вас закончится, у вас дэмэдж упадет в обычный стак Фьюри Свайпа, который у вас уже был. То есть, как это работает? Вы настакиваете, давайте еще раз, смотрите, вы образно настакали, нажимаете Enrage, у вас дэмэдж скакает, выскакивает еще в разочек, дальше продолжает стакаться с эквивалентом, и когда у вас Enrage кончается, весь дэмэдж у вас
падает, который образно у вас там было уже плюс 30, плюс 300, и дэмэдж вас упал обратно. То есть вот у вас образно сейчас 12 уровень, да, тут 12 левел вот этого Fury Swipe, и он у вас дэмэдж упадет обратно, потому что Enrage вы уже потеряли. Но если вы в следующий раз также опять нападаете, нажимаете Enrage, дэмэдж у вас опять возрастает, продолжаете стакать под коэффициентом каким-то 1.75 от Fury Swipe, и после того, как вы закончили Enrage, дэмэдж у вас возвращается в обратный диапазон Fury Swipe. Все, я объяснил это сейчас 3 раза, надеюсь, эта тема будет понятна. То есть, если вы уже заранее настакали на оппоненте огромное количество дэмэджа, то потом по нажатию Fury Swipe Enrage у вас уже будет очень большое количество урона. Смотрите, 498, и потом урон падает. То есть, в Enrage намного больнее вы бьете. Эту тему самое главное запомните. Если вы не хотите вникать в это, как вникать так, как вникаю я, то не берите в голову. Просто знайте, что во время Enrage у вас ультимейт наносит намного сильнее по Fury Swipe. Но желательно запомните, что если вы уже что-то настакали, то оно потом даст очень большой бонус, с помощью которого вы сможете подзадушить еще жестче. Так что, ребятки, не забудьте. Что ж, давайте поговорим теперь о табличке. Надеюсь, вы эту тему поняли. Если честно, очень тяжело это в объяснении, но надеюсь, вы поняли. 3 раза я объяснил. Вот такая приколюха. Далее, смотрите. Снижение урона 80%. Об этой теме мы поговорили. Урта снижает все 3 типа урона. Далее, множитель Fury Swipe. 1.5, 1.75 и 2. Про это мы тоже поговорили, что Урса у нас такой вот делает множитель на Fury Swipe, и можно раздамажить очень сильно. Длительность 4 секунды. К сожалению, ультимейт Урсы длится всего 4 секунды, но за эти 4 секунды можно уничтожить все и станковать все. Вот такая тема. Перезарядка 50, 40 и 30 секунд. 30 секунд для того, чтобы, конечно же, откатить наш ультимейт и продолжать жестко драться. Во время БКБ наш ультимейт будет работать. Также и работает оверпауэр. Но наш ультимейт, он очень уязвим к таким итемам, как диффуз. Смотрите, итем 242, прописываем итем 242. И если на нас накинут диффуз во время ультимейта, то мы теряем наш ультимейт. Также, если накинут сюда Юл, просто слабенькие какие-то диспелы, они снимают у Урсы ультимативную. И поэтому Урса становится таким крипочком. И это очень сильная контра нашего героя. Если вдруг вы хотите, конечно же, Урсой жестко там что-то затанчить, и там есть диффуз, то, к сожалению, у вас маловероятно, что что-то получится, ребятки. Так что вот такая тема. Аганим на Урсу тут не идет. И, в принципе, это все, ребятки. На данном этапе я считаю, что нужно закончить эту теорию. Хотел сказать, закончить этот гайд. Нет, гайд еще будет продолжаться, ребятки. И сейчас мы пойдем в Рошана, конечно же. Как на Урсе нельзя, как на Урсе нельзя не пойти на Рошана, ребятки. Минус итем, давайте купим доми. Итем доминатор, и все. Вот с такими артефактами мы сейчас пойдем на Рошана. Рошан сейчас проапанный, смотрите, 77 минута, 245 дамага. Сможем ли мы его завалить? Мне кажется, не сможем, но если я сейчас правильно простакаю, то будет огонек. Давайте, поехали. Оп, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Душим Рошана, парни. Смотрите, даже такой сильный проапанный Рошан ничего не может сделать Урсе. Смотрите, Урса 25-го. У нас уже 500 урона. Сейчас мы нажмем еще Enrage. Посмотрите, как у нас все улучшится сейчас. Опа, Enrage. Нажимаем, все сразу 1400 там. Сразу дамаг скаканул. И, к сожалению, провашил нас Рошан. И дамаг обратно упал. Так что вот так вот. Видите, как Урса легко справился с Рошаном. Просто настакал на нем Fury Swipe и уничтожил. Ребятки, на этом наша теория подошла к концу. Спасибо всем, кто, так сказать, посмотрел, досмотрел эту теорию до конца. Надеюсь, этот герой вам теперь более чем понятен, почему он в 85-й карте метовый. Сегодня я постараюсь позабирать фастового Рошана, ребятки. Где-то 4-я минуточка, 5-я минуточка. Я постараюсь для вас потушить Рошана. Как помните, в прошлом гайде, как там было, на вставочку. Ой, не на вставочку, как было это. А сейчас, смотрите, сейчас вспомню. О, напрячься немножко. Как там, поехали? Хекс покупали и поехали. С этого все и началось, ребятки. Ребятки, не забывайте смотреть другие гайды. Пожелаю всем приятного просмотра. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я всегда читаю комментарии и постараюсь вам ответить. Если у вас вопрос какой-то, не такой, странненький, знаете, с подвохом, то я, конечно же, отвечу. Ребятки, все, не смею вас задерживать. Поехали смотреть интересную практику. Для вас я сегодня заготовил интересного Урсу. Надеюсь, он вам, в принципе, понравится, друзья. Так что все, поехали смотреть интересную практику. Ну что, друзья, загружается у нас каточка. Сейчас пойдем на Урсе. Сначала попробуем, наверное, через центральную Урсу пустить
А потом все остальные боковые мы также пойдем. И еще, возможно, каточка через лес будет. Я, если честно, в лесу урса, в принципе, особо не стою. Но попробуем что-нибудь сделать на фановой катке. В общем, что сегодня у нас требуется от Урсевича? Полностью раскрыть, показать, что может. Как-то там... как он подконтривается, в конце концов. Но такое видео уже было, как контрить урсу. Я его выкатывал отдельным видосом, ребятки. Поэтому не забывайте тоже посмотреть. Ну и сейчас, думаю, через центральную... попробуем на, либо на фаст Рошана, либо на большое количество фрагов. Сейчас мы это уже посмотрим, исходя из того, кто будет на центральной линии. В принципе, урсу можно даже и ФП брать, но я сейчас не рекомендовал бы, потому что урса это такой герой, который раскайтами не может ничего делать. Я вот, например, играл катку, где играл вайпер, вот, например. Тяжело было играть, потому что он замедляет там какие-то вот эти карасивы, да, знаете, вот это очень проблематично становится играть такую катку. Да и, конечно же, из-за этого немного усложняется геймплей на данном персонаже. Идем на центральную, он зомбезию берут на рандоме, кстати. Сразу возьмем вторым пиком и гоу. Главное колотить крипчиков центральной. И после того, как поколотим крипчиков, нужно будет собрать нам определенные артефакты. И пойдем душить. И пойдем душить, ребятки. Либо пойдем на фаст Рошана, либо если давать будут убивать, то соберем фазы и будем убивать оппонента. Так что давайте. О, пугну взяли. Пугна это три тычки. Кстати, у меня чуть-чуть кока-колы есть тут, если что. Божественно. Такую жару. Офигенно кока-колу. Еще с кусочками льда. Оу. Это же такое. Это фантом лансер. Как фантома будем убивать, пацаны? А будет весьма тяжело. Не знаю, зачем паузу ставят в таких играх. Ведь это паб. Кстати, ребятки. Ситуация, к сожалению, в пабе сейчас очень тяжелая. В каждой катке 2-3 софтера. Минимум. Минимум. Я прочувствовал это на своей шкуре. И это довольно-таки неприятно. Играл одну катку, где чел на Sky играл с МХ. И вообще не стеснялся. Я специально даже решил проверить, с МХ он или нет. И знаете, что я сделал? Я купил лотар. Нажал на кнопочку M, это то есть движение, и нажал на него, и просто пошел. И что этот Скай делал? Будучи не видя меня, он начал от меня отблинковываться, убегать, мансить, а когда я его вовсе догнал, он себя заюлил, потом загостил, и вот так вот, ну, раза 3-4 он делал. И я даже, если честно, в принципе, не удивился, но это было очень, очень смешно, на самом деле, видеть такую тему, и на самом деле даже и грустно, потому что Айкапу, скорее всего, уже остается считанные дни, считанные года, когда будут судить уже людей по количеству мапхака в кармане. У кого мапхака больше, тот, конечно же, и круче. На данный момент все очень плохо. Но это все можно закайтить играми с подписчиками. Да, вот поэтому я так и играю. У нас софта хотя бы меньше. А если даже кто-то и заподозрился в софте, то он сразу же улетает в банлист и к нам больше он не зайдет. Поэтому вот такая тема, ребятки. К сожалению, имеет место быть, ребятки. Так что такая беда. Так, ну что там, пацаны? Погнали. Кто же мид пойдет? Кто же мид пойдет? Кто же пойдет центральную? Мне вот прям интересно. Так, центр Зевс идет. Хорошо. Тогда фастовый Рошан просто. Надеюсь, МХ там нету, чтобы... Блин, год назад, когда я писал гайд на урсу, я даже не думал, что настолько все будет плохо. Говорю, МХ главное, чтобы там не было. Посмотрим, кто у нас будет на центральной. Если будет Зевс, то можно будет подзадушить там, в принципе, кого. А, у урсы есть множество стратегий нагибания с первых минут. Первое нагибание это через арбу, второе нагибание это через сапог. А если сапог и арба, так это вообще очень страшно. Но это только если на рандоме у вас получится как-то. На рандоме вы сможете так приобрести 450 и 275 золотых, в принципе, вам должно хватить. Но... когда вы не на рандоме на урсе, такое, конечно, маловероятно, что прокатит. Качаете третий, бежите, просто тычкуете. Так что вот такое. Предупреждаю, урну я собираю, пишет. У нас Феникс очень нравится настрой ребят. Надеюсь, они адекватно будут делать. Там у нас две урны вырисовываются. И Вивер еще хочет урну, наверное, да? Да, я тоже соберу. Я тоже. Хорошо. Так, Фантом Лансеры, это иллюзии. Доппельгангеровые.
хорошо. Так, Некор. Зевс пойдет на центральную, да, наверное? Тогда берем сразу вот так вот. Вот так вот делаем. Хорошо. Все, и на мид отправляем. Нам вардик, стики. И будем колотить. Сделаем, наверное, сразу маску. Пятый левел. Чем раньше прапаемся, сразу пойдем фастовый Орошу. Фастовый Орошан где-то 3.40. 3.40 будет фастовый Орошан. Плюс-минус. У Зевса маны там фул запуленный. Чтобы легче вам было ласхитить, иногда рекомендую просто протаймливать крипов. Каким образом, спросите вы? Одну тычку дали и курите. Если что, у вас плюс 15 уже дамага будет на то, чтобы заласхитить крипулю. Оп, хорош. Зевс, кстати, очень близко подходит. Можно будет даже, возможно, если сейчас он будет немного позволять. Если сейчас попробуем сделать сапог, я думаю, я его даже убью. Думаю, я его даже убью. Оп. Хорош. Все, настакиваем дамагу. Зевс так что-то это агрессивненько стоит, да? Чувствуется, чувствуется, что хочет победки, парень. Брат, ну не варик. Тут не варик победить. Давайте сапог возьмем. А, куры нету, все, понял. Куры нет, сапог не принести. А, сапог купим. Сейчас боковой принесем просто. Надеюсь, не перериюзают. Реюзают, понимаю. Очень много крипов сейчас прогуляем тут, скорее всего. Лучше до такого не доводить. Лучше до такого не доводить. Хорошо. Как же вовремя, да, ребята? Как же вовремя. Как же вовремя он это сделал. Прочекаем, если нет регена, то на базу. Все, на базу. Печально. Весьма печально, ребята. Очень печально. Как будто он знал, что я себе хил отошел, накинул и жмыхнул вторым. Давайте дропнем сапог на базу. Дропнем сапог на базу. Хорош. Пойдет. Хилочку. Фастового Рошана, скорее всего, не будет. Нужно будет играть на то, чтобы убивать по КД пацана. А то, смотрите, корол там какой-то. Чего там? Корол, чего там? Корол не тайл. Или что? Не тал. Король не... Корол не тал. Чего? Кто придумывает эти ники? Прям интересно. Интересно прям. Кто такие ники придумывает? Корол не тал. Король... Я думал, король металла, что ли. Чего там? Там, оказывается, корол не тал. Король унитаза, короче, напишем. Так и запишем, король унитаза. Так, я сейчас подстакиваю на нем дамагу. Подойдет. Можно будет вот так вот даже. Ну, еще одна тычечка. У меня сапог. Хорош. Послушный Зевс получился у нас. Оп. Король унитаза погиб. Хорошо. Подзадушили. Несмотря на маленький фейл с хилочкой, все успешно. Кстати, даже если я сейчас возьму маску, у меня получается, по идее, успешно все. Давайте попробуем. Стики есть. Читочек есть. Все есть. Давайте, парни, уфармливаем и идем в рошу. Смока. Главное, чтобы он сильно меня не нахарасил тут сейчас. Нет, маска улетает, да? Маска улетает, но без смоков. Все есть. О, пол лица просто. Ну, тут хил уже надо, конечно. Так уже не варик. С такими хп в рошпит заходить нет смысла. Зря маску взял, надо было брать этот. Надо было брать немного другое. Так, ладно, сейчас смотрите, в принципе, есть возможность забрать его. У него ничего нету. А что, смока на базе, да? А я их не взял, что ли? Чё? Чё происходит? Так, есть МХ, брат? А если найду? А он мой тут, не переживай. Хорош. Как помните на первом гайде? Урс. Что Урс?
Урс. На первом гайде, помните, на 4-й минуте стабильненько, хорошо. А то чуть позже пойдем. Чуть позже пойдем. Латни ПЛЗ. Вот так сделаем. Так, сделаем. Что там? Давайте в наглую, короче, в рошу пойдем, да, я так чувствую. Хорошо. Наглую в рошаны зайдем, посмотрим, есть у них варды, нет, проверим. Погнали. Если что, ульта есть, пазы есть. А вроде никто не торопится. Нижние вроде стоят. О-о-о. Вот это палево лютое. Зевс пошел, да? По идее, успеваю. До прихода. До стила экспы. Давай, давай, давай. Работаем, работаем, ребятки. 5-я минута, Рошан. Но экспу я прогулял. Да, экспу прогулял. Ничего страшного. Смотри, какое, на какое расстояние дал. Но экспу он у меня забрал. Но я его сейчас сам заберу, по идее. Будем бегать под тэшкой. Зря замедло, наверное, не взял, да? Давай, братец, поехали. Побегаем. Где ты там идешь? Замбезия пришла. Просто хорош. Замбезия пришла. Все, начинается этот гей-парад. Дайте мне, пожалуйста, ульту. Сколько маны? 27 маны, брат. Че, побегаем еще? Не хочешь? Ну и ладно. Хорош. От секун, а. Секунчик на Зевсе. Ладно, нормально. Пойдет. Хорошо сдохли. А Егу разменяли, подфармили, все, что нужно, сделали. О, понимаю. Че, го тогда на базу? У меня на базе лежит Орба Вином. Давайте сейчас соберем еще чуть-чуть экспы. И пойдем гангайте. Хорош. Вовремя, вовремя Замбезия, да, пришла? Я бы там так и бегал, наверное. Я бы там так и бегал, болта дал бы он мне там. Но ничего страшного не произошло бы. Так, хорошо. Что дальше нам нужно сделать? Дальше, сейчас попробуем взять смока, обойти и забрать. Это первый момент. Второй момент, что мы попробуем сделать. Стики у нас есть, давайте стики апнем. Вот так сделаем, ТП-шечку. Вот так вот сделаем. Хотя, может, даже и в наглую сейчас попробуем, да? Ага, в наглую. Стой, одну тычку дать. Че он по кругу бегает? Взял бы, знаете, что сделал бы сейчас? Зашел бы в лес. Я бы не убил его. Отвечаю. Тупо на дурачка побежал. Все, замедло возьмем. Хорошо. Отвечаю, не забрал бы его, если бы в лес пошел бы. Бегал бы по кругу. Играться виженом это такое. Все, восполняем все здоровье. Покупаем дагер и прессингуем дальше. Помните, прошлый гайд был на Урсе, и я там собирал хекс фирст артефактом. Тут посмотрим, что нужно собирать первым артефактом. Главное, что мы сделали, это мидера мы заовнили, Рошана мы пораньше забрали. И сейчас по чуть-чуть, возможно, поиграем от рун, но это не точно. Вообще, я рекомендую на Урсе выфармливать дагер до талого, пока не купите дагер и не начнете душить. Начнете душить, когда у вас дагер будет, это уже прям пушка. Ну или вот так вот от инвиза. Что там внизу весело, да? Го попробуем. Го попробуем. Хорошо, они не знают, что я сюда ТП дал. Овер-повер. Пацан Би, ну так неинтересно. Чего вы за ним бежите-то? До Талова. О, вот этого пацана можно. Пятый левел, пятый левел. Там еще идет этот. Есть один. Давай. Вот это настоящий. Хорош. Есть. И этого туда же. У меня 5 стиков. Только не таракан. Хорош. Не, ну можно даже на вставочку. Ранний трипл килл, это всегда хорошо. Хорошо. И дагер есть. Отлично. Есть дагер. Я думал, он от таракана умрет сейчас. В принципе, старт хороший пока что. Несмотря на фейл, один с хилочкой. Все сейчас ровно. Равняюсь, парни.
Парни равняется, каточка. Аркадий, это не ты, нет, это не я. Это не я. Так, есть дагер. Есть дагер. Погнали, руну заберем. И можно Зевса по КД убивать. Можно по КД, чтобы он не подумал, что я Аркадий. Так, он нанизу, да? Погнали тогда показывать. Погнали показывать. Кто там Аркадий? Юзаем кнопочку. МП не да, я сам справлюсь, по идее. Сейчас вижен только будет на них. Опа. О, понимаю. Понимаю. Пойдет. Могло быть и лучше, если бы я сразу нажал ульту. Но, если честно, фантом, который вот здесь вот доппельгангерит, я немного вообще не вкурил. Ну да ладно, пятеро, четверо внизу получается, четыре героя внизу, это такое. Вивер сдох, не знаю, зачем он сейчас так сделал. Это забавно. Ай, боже. Мне даже интересно, что фантом... Ну ладно, фантом... А, я понял, фантом типа на нижней линии фармил, и он решил туда прилететь и подзадушить. Но у него это получилось. Слушайте, очень много фарма прогуливаю. Первое, что мы сделаем, возможно, Радиенс. Почему, спросите вы? Потому что метовый артефакт, я его последнее время постоянно делаю. О, нифига себе, надо волосики уложить свои, а то выгляжу как чмошка. Да, в принципе, я всегда так выглядел. Ну, ладно, пацаны пока там бегают. Угну можно тут задушить. Давай, давай. Даже не спрашивайте, как я настоящего определил. Ух, там еще идут, да? Давай, давай, давай. Хорош. Нет, походу, на вставочку будет, да? Ну, это на вставочку. Что еще можно тут сказать? Уже ультракил, это уже посерьезнее. Это не какой-то там трипл килл. Хорош. На вставочку. СПС. Че, погнали по лесу? Лордариха, молодец. Молодец, Лордариха. Не забывайте, ребятки, подписываться на канал, кто не подписан, чтобы смотреть новые гайды. Новые гайды или какие-то зарубы со стримерами, рубрики «А что если?». Надеюсь, такой контент вам заходит. Не знаю, на самом деле, сейчас писать гайды намного тяжелее стало, чем раньше, даже год назад, даже полтора года назад. Потому что сейчас очень много софта. К сожалению, от него никуда не деться. К сожалению, он есть, он будет. И дальше будет только хуже. А сейчас пока наслаждаемся играми, где действительно можно отдохнуть. И не париться, что там есть какой-то софт. Сейчас на данный момент пока что отдыхаем. Дальше будет тяжелее, ребятки. Дальше будет тяжелее. Так, ну пугна где-то тут должен быть. Печалька. Гоу сюда. 100% тут сейчас кто-то будет. Давай, давай наперед, если что. Хорош. Вижен даешь? О! Привет. Хорош. Ты мне не ровня, пишет. И в таверну полетел. Плохо, что не с рипера. Это жесть. Блин, красавчик Слодар. Вообще респект максимально за то, что старается играть вместе. Ребятки, первое, что делаем, это Радиенс. Через Радиенс. И знаете, в чем прикол? Играть через Радиенс на Урсе. Во-первых, Радиенс это метовый артефакт. Во-вторых, Радиенс имеет промах. И в-третьих, Радиенс можно разобрать в Абиссал. Действительно, то, что нужно Урсе, это баш, конечно же, да? И можно разобрать в Абиссал будет. И это будет вообще по кайфу. Это можно будет сделать вообще катку по кайфу. Не знаю, почему сейчас крипа не добил. Роша есть, да? Хорошо, сейчас пойдем. Сейчас пойду Рошку. Иду Рошу. Аккуратненько сейчас в Рошана пойдем. По чуть. Зевс ультанет, правда, спалит, как обычно. Че, давайте Радик дофармим. И зайдем в Рошана, чтобы в случае, если они пришли на Рошпит, то мы могли дать им чипалаху хорошую.
Так что такая тема. На этой катке будем собираться как-то, знаете, более... Ну, тут фантом, видите. Тут, скорее всего, на массуху как-то соберемся. Не знаю, может, как-то по-простенькому соберемся. Посмотрим в целом. Но пока что я вижу радиенство в этой катке, потому что есть раннее радиенство, 15 минута, очень даже хорошо. Но если вы играете не с такими таймингами, которыми сейчас я играю, лучше не собирайте. Лучше соберите баш и через башер начинайте играть. Через башер вы сможете добиться более лучшего результата, ребятки. Так что такая тема. Погнали, Рошу. Что некстом собираем? Как помните, я собирал хекс. Почему нет? Там тем более пугна есть, который может астралить. Пугну сразу минусом, фиксуем. И фантома также можно. И, как говорится, поехали. Помните, да, эту тему? Давайте так же сделаем. Повторим, так сказать, прошлое. Оп, хорош. Погнали драться. Погнали драться. Да нет там настоящего, он не будет так танчить. Оп, вот это настоящий уже. Оп, хорош. Но все равно сбился. Да, вот это свап, конечно. Лол, я уже дошел. Я уже дошел, он свапает. Ужас. Ужастик какой-то. Я уже дошел, он свапает. Так, ну, пока что душим. Может, фантом камбэкнет? Я уже дошел, он свапнул. Нормально. Так, хорошо. Ну, что-то поддушиваем. Поддушиваем. Они что-то ничего не могут пока что. Пацанчики. Погнали в рошпит нырнем. Вообще лучше сейчас по лесам у них шнырять. По кайфу будет. Давайте вот так сделаем. Если сейчас тут никого не будет, будет плохо. Или фармим. Давайте фарманем просто. Радик включаем тогда. Выходим с инвиза и фармим. Секс. Секс. Сделаем сейчас. Оп, хорошо. Самый кайф, это когда у вас есть радиенс, есть хекс, и вы можете по КД клепать. Вообще без проблем становится вот этот фарм-контора, просто лютейшая становится. Фармим пока. Сейчас 2200, скорее всего, вместо стика орбу купим. Будем дальше фармить. Есть Аегис. Надо пойти вообще Аегис разобрать сейчас в драках. Ну, мы... Сейчас в лесочке пофармим, низ отобьем вот тут вот, дойдем до бокового магазина, купим орбу, а лучше давайте купим мистик. Он даст нам интеллект и даст манореген, а орба дает просто статы, и будет все прекрасно. Овныч, нифига себе, там душат. Душат. Фантому никто не помог. Даблкил некр делает, но я не сломать буду. БМ на некре. БМ на некре. Вообще, лут надо, походу, идти помогать. Смотрите, что происходит. Что происходит? Давайте встанем здесь сейчас на ХГ и будем ждать их. Будем ждать их. Монетка. Зевс будет забирать, по идее. Хорош. Фантом где-то тут еще должен быть. Где же фантом? Ладно, стики в помойку, мистик. И го вместе. Наверное. Го мид или топ, парни. Мид или топ надо идти. Хорошо. Забираем. Голема. На низу зомбези. Го, вот так сделаем. Фарм у нас очень хороший. Можно душить. В этой катке офигенно сейчас зайдет хекс. Можно будет душить без остановки. На топ, го. Не-не, го на топ тупо. По пути расфармливаем крипов. За счет радиенса. И потом, если что, в башер выйдем. Пока мы можем убивать без башера спокойно. А потом уже башер нам просто нужен будет. Must have. В принципе, тут катки и так сыграем. Я в радиенсе обычно сейчас кайфую. Будет еще катка магическая, типа на урсе. Это будет радиенс Шива. Но я зачастую всегда начинаю сейчас на урсе игру с радиенса. Потому что радиенс это...
такой артефакт, рили, он метовый и по кайфу, то есть есть промах по урсе. Есть фарм безграничный. Почему бы и нет? Спросите вы. Сейчас уже хекс будет. Вон, пацанов, сразу можно будет душануть. Сейчас у меня минута варн вылетал. Варн минута была. Минутка. Надо бы сейчас, скорее всего, в наглую бежать и прыгать. Уже не успеваю, да, по идее? Давайте попробуем. Опа, я, походу, не успеваю, да? Успеваю. И некро туда же, в БМ даже убьем. Хорош. Все, есть Аегис. Сейчас он, скорее всего, уже дропнется. Да, все, Аега дропнулась. Забираем и уходим. Забираем и уходим. Опа, как МХ. Запилит. Хорош. Так, ну что, го за Хексом. Хексмит. 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 Пару ппшечек. Фантом не сломает. У фантома диффузиал, это очень плохо. Очень плохо. Го, вот так сделаем. Фантом меня не сможет задизейблить очень сильно, если я соберу БКБ-ху. Тогда он мне никто не сможет ульту сбить. Вот так сделаем. Мы пробежимся. Нет, далеко уже нет смысла бежать. Пойдем в лес нагло. У нас хекс есть, если что, сейчас тут кого-то увидим. Клэпаем по КД, в принципе, мана не должна кончаться. Кайф. Фарм очень лютый получается. Фантом в меду. Диффузиал, 11 левел. У меня очень сильно сейчас перефарм. За счет этого можно выигрывать катку. Так. Пацанчик на фантоме на топ побежал. Ага, вард пошли снимать, да? Это плохо. Это плохо. Так, 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 так. И... Оба. Хорошо, поймал. Поехали! Доппельгангер не успевает. Хорош. Хекс есть, можно поесть. Можно поесть. Так, 2000 еще сверху. Хорошо, медтешку сейчас будем душить. Ладдард за мной ходит, просто чейсит. Вместе душим. Хорош, 200 еще сверху. 22 минута, максимальная доминация здесь на карте. Вивер у нас, вроде говорят, потерянный парень. Так, ну шо, гоу, тэшку. Что next собирать, спросите вы, и на что менять маску? Как правило, маска, я ее так и оставляю. Можно собрать Madness. Если вы в случае доминируете очень сильно, то можно и Madness собрать. Потом, если что, разобрать всю эту контору и собрать доминатор, да, и выйти в хи, в сатаник. Но я вот так вот сделал, маску оставляю. Маску оставляю и вот так вот играю. Нам достаточно этого отхила. Это не проблема. Следующее, скорее всего, будет что-то типа БКБ. Через две тычки. Либо БКБшка. Тактически сносим товара. Они вообще что-то не могут никакой отпор дать. У меня 20 левел расфармленный. Очень сильно. Очень сильно расфармлен. Хорош. Очень сильно я расфармлен. Этого пацана задушили. Стой! Эх. Не могу клепнуть. Томбу солью. Бедолаги, пацаны. Вообще ничего не могу сделать. Забились в ХГ. Все, ГГ. Задушили мы их тупо. Задушили. Для первой катки пойдет, в принципе. Получилось легкое. GG. 24 минуты игра. 24 минуты для того, чтобы уничтожить на урсе. Но, видимо, этого хватило. В общем, смотрите, что нам тут еще можно было дособрать. Тут можно было дособрать еще
БКБ-ху в случае, если они начали камбэчить. И что еще? Возможно, сатаник. Потому что тут давали бы драться. С фантомом драться можно было бы, с зомбези. И поэтому можно было досунуть себя сатаник. Катка получилась изи, но, тем не менее, здесь полностью раскрыта легчайшая катка на урсе. То есть, фастовый рошан, хорошая игра тиммейтов, просто ганги по всей карте. И, в принципе, все. Более тут ничего не нужно. Сейчас пойдем катку попотнее. Соберемся в немного другой билд. Немного другой билд. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну что, друзья, отлично, начинается у нас каточка, это значит, что сейчас будет годненько. Начинаем игру. Первую игру я хочу сыграть, наверное, в центральную, а почему нет? Давайте центр, парни. Центр, идем на урсе и сейчас попробуем наебать так, как надо. Соберемся в какой-нибудь мощный, жесткий билд. Посмотрим, что у нас сегодня получится из этого билда. Что я хочу в первой катке? В первой катке хочу собраться, в принципе, в дефолт стандарт, который я вижу на урсе. Это там всякие там башеры, радиенсы, дагера, всякую такую тему. А потом уже начнем собираться в фановые какие-то билды и будем вести фановую катку, так сказать. Ну, уже чисто такие дефолты, так сказать. Вот так выразимся. Дефолты чисто. Потом будем делать какие-то определенные дефолты. Сейчас будем собираться урсу в стандарты, да? Стандартные какие-нибудь, прикольные такие, а потом дефолты. Короче, все в дефолте, да, ну вы поняли. Как обычно, несу какой-то бред, но ничего страшного. Смотрите, помните, у меня был видос на канале «Как контрить урсу». Вот, этот видосик можете посмотреть и узнаете, в принципе, что контрит у нас хорошо урсу. Это, в принципе, диффуз, юлы, различные раскайты, там вы все дополнительно можете узнать. Тут так, немножко вам так подрассказал, и, в принципе, все. По игровому процессу урсу очень часто юзают, бывает через сапог, бывает через орбу на ранней стадии, чтобы можно было хорошенько подзадушить. Я, если честно, иногда юзаю орбу, потому что без орбы такого замедления какого-то нету, и это на самом деле плохо. Вот. Поэтому сейчас посмотрим, кто будет на центральной. Если на центральной будет кто-нибудь такой веселенький, то можно будет взять орбу, и чтобы поддушивать немножко, то, конечно же, будет хорошо. Очень вот так вот, плюс-минус, будет хорошо. И наша задача сейчас знаете, что сделать, в принципе? Пастовый выфарм в зависимости от оппонента на миду. Либо пастовый выфарм... каких-то артефактов, которые позволяют убивать быстро, либо какой-то фастовый рошан. Вот что мы сейчас будем делать. Если у нас будет возможность убивать в миду, то собираемся на убийство. Если есть только возможность фармить, то идем фастового рошана. Фастовый рошан — это 4-5 минута, в принципе. Я помню, забирал ровно на 3.40, потому что бывало, мидера убьешь разочек, берешь масочку, берешь смока и побежал. Вот так вот. Если бывали такие моменты. Так, залагал парень, походу, все, мы наигрались, да? Походу, наигрались мы. Мангиди. CCP, TKMA. Нормально, нику, пацана. CCP, TKMA, там вот это все вот. Ждем, в общем, отлагает, поехали. Катка будет, надеюсь, интересна, ребятки, поэтому... Не забывайте смотреть другие видосы какие-нибудь на канале. В канале очень много видео, плюс гайды. Почему нет? Так что вот так вот. Огурец. На джиггернауте огурец. Никто кикать не хочет, но что понимаешь, зашли, надо сыграть. А там парень такой сидел, у него свет выключили, он такой... А света выключили, это плохо, говорит. Ничего страшного. Ужас. Реконнектит. Хорошо, я чуть уже не уснул. Приходится с утра пораньше записывать Гуиде. Очень рано сейчас. Очень рано. Я аж чуть не уснул. Так, погнали. Центральная. Кто там? Скай. Панда. Панда — это Бумбуцк. Так, берем по-любому щиток. Ну, давайте возьмем все-таки орбу. Я думаю, на центральную в любом случае либо панда пойдет, либо скай.
Скай, если, так сказать, под душем успеем подойти, то, конечно же, будет на изи, как говорится, на вставочку, да? И все сделаем прекрасно. Погнали вот сюда. На нижнюю руну. Что качать на первом левеле? Конечно же, третий. Третий и поехали. Гамить. Я вот не знаю, иногда вот, знаете, пишешь, что центральную идешь, ребята вообще не читают. Очень странноватая тема. Неужели, ребята, знаете, когда вот катка загружается, они где-то там вот так вот просто. Типа, что-то я не знаю, пацаны. Я не вижу, кто там пишет Урса, что он на миле. Знаешь, такое странноватое. Странноватая тема. Давай попробуем. Ну, го попробуем. Го попробуем. Возьмем, не возьмем, не знаю. Мне запулили вардик. Саппорт у меня в команде есть. Так прекрасно, когда есть в команде саппорт. Надеюсь, катка получится интересная. Так, тут джага. Люблю джиггернаут, потому что джиггернаут замедляется. Вообще пофиг ему, он спин. Спином не от этого, это. Не сбрасывает с себя ничего, никакое замедление с, допустим, первого спайла, и это очень по кайф. Что, забрал внизу там, брат? Хорош. Лучший. Лючби. И Лючби. Хорош. Погнали, Лючби. О, минус дум. First Blood. И Лючби. Так, Кроба на миду, да? Она еще успела и крипов подблочить. Оп. Лючби. Кробу, в принципе, по КД можно будет на миду убивать. С топогом. Чтобы вам было легче ласхитить, подстакивайте, ребятки. Бля, чё не бьешь на Урсе? Крыса. Сейчас мог продлить стак. Хорош. Главное, своих крипов добивать. И чужих. И своих, и чужих. Бей своих, чтобы чужие боялись. Правильно? Вот это так говорится вроде. Так, сапожище. Сапожище берем и поехали. Добивай. Давай, 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 успеваю. Хорош. Смотри, прессингует меня. Так, сапог есть. Можно в наглую набежать. Раз, два, три, четыре. Сюда. Вот и все. Вот и все, товарищ друг. О, видели Урса? Я нажал атаковать этого крипа, он не пошел. Можно сейчас фазы фастово выйти и, конечно же, начинать задушить. Хорошо. Отлично. Есть. Так. Кроба пришла, возможно, на еще один фит. Добиваем каждого крипа. Ну, каждого, почти. Сейчас пойдем на руну сходим. Погнали, здесь монету заберем. Это фейзы, стопа, кстати, фейзы принесем. И, скорее всего, будем по КД делать эту контору. Так, 20 копеек, есть. Хорошо. Надеюсь, тут не будет 20 минутка, как прошлая катка, да, первая. Так, фаза у нас имеется, сейчас только-только она так... Ну что ты так бычишься-то, а? Сейчас пятый левел, Фьюри в тройку. И жесть, и погнала. Просто можно под Т-шку забежать. Я вижу, в принципе, Ская здесь, и уже понимаю, что я тут не ухожу, скорее всего. Ты это забираю, пойдет. Пойдет. Что-то мне это напоминает. Пир ПДНЗ. Инвизом пришел. Но нету МХ, но я забрал. Пацана, это хорошо. Помню, короче, играл катку ВС, короче, Кая с МХ. Который, короче, на него... Я даже решил проверить, есть ли там МХ или нет. Блин, так микрофон очень сильно работает сейчас. Короче, у меня слетели какие-то настройки из-за этого... Ну, короче, не настройки, а раньше микрофон у меня подписывался, что это микрофон, там все дела, квадкасты. А сейчас он не подписывается почему-то. Сейчас он почему-то не подписывается. Он просто написан как USB какое-то там такое-то. И, короче, микрофон теперь работает очень, очень громко, чересчур. И вроде как бы настраивал, а нифига.
получаются. И поэтому приходится теперь как-то балансировать свою речь, чтобы было не сильно громко. Так что странноватая тема. Криса. Надо, знаете, что как-то... Он сейчас отпивается, он спамит. Он сейчас на руну пойдет там на Скай. Сейчас, знаете, что сделаем? Он ластитить будет на Кробе. Надо стрейфануться. Почему я не беру за медло? Потому что я собираюсь все равно выходить в Рошана. То есть тут не вижу смысла брать за медло. И поддушивать. Что-то я еще говорил. А, говорил про Скай, который с МХ был. Вот, он, короче, знаете, что делал? Парнишка. Типа, играет. Раз такое это. Ну, вроде как, думаю, МХ. Вроде как понятно, что МХ. И, короче, я даже такой думаю. Давай-ка проверю, МХ там или нет. Беру, покупаю лотар, нажимаю кнопочкой М движение на него и вот так вот, короче, цепляюсь за ним и смотрю на его реакцию. Чел себя юлит, гостит, короче, догируется, знаете, без вижена. Я думаю, ну понятно все. Ну понятно. Все с дотой понятно стало теперь. Оп, стричок отдал. Братец, ты тоже дай мне стрик погонять. Хорош. Дабл килл сделал. Злой Урса. Так, два хила, вот так. Все, затар есть. Сейчас в Рошана пойдем. Парни, наверное, не ожидали, что я так нагло сейчас сыграю. Сейчас захиливаемся, идем вардик ставим. И делаем вид, что сейчас идем на базу, короче. Хотя сами газуем к Рошану. Сами газуем к Рошану. Хорош. Хорошо. Сами газуем Крошану. Ты можешь дать мне вард? Вот этот вечная проблема. Хорош. Отлично. 6 минута, руну мы не забираем. В смоках зашли. Надеюсь, нет никакого там МХшника, который сейчас возьмет инвиз. И пойдет к Рошану тоже. Так, ну 6 минута, фастового Рошана у нас тут нету. Это не фастовый Рошан. Ну, это фастовый Рошан, но не ультрафастовый, которого можно взять. Жесть, он меня пробашил. Но это не ультрафастовый Роша. Ультрафастовый Роша берется на 4 минуте. Хорош, 9 левел сюда. Отлично. Погнали. Вот сюда. Кробу надо еще разочек убить. Бедолашку. Будет подходить поближе. Блин, она за счет пассивки жесть какая-то же быстрая. Кроба. За счет пассивки очень быстрый герой. Хорошо. Да. Урса, помоги топ, говорит. Сейчас, парни. Че желательно до герочек выфармить, потом идти уже. Поможи делать бабушке. Хорош. Топ бабушки, помоги. Так. На низу я опсик поставил, чтобы было видно. Будет видно. Так, если что, у меня есть кнопочка, да, заветная. Так, смотрите, на топе никого нету. На топе никого нету. Пацаны решили, короче, знаете, что, скрыситься. Крыситься, пацаны, решили. Опа, все, обходим. Обходим. Опа, я иду, пацаны. Я иду. Смотри. Что, вард стоит, что ли? Вард стоит, что ли? Чуваки. Подсгорел немножко. Надо было стоять, да, ластхидить его? Хорош. Надо было ластхитить, наверное, его. Сори, комиссионных крипов забираю за ганг. Забрал два фрага еще комиссионных крипов. Ну, офигел вообще на Урсе парень. Офигел. Пандерен внизу фрифармит. Это тоже проблема будет. Я его не убиваю за промахов. Еще он Пивандрия будет заливать постоянно. Пивандрия будет заливать. Пацаны тпшатся.
пышется, можно будет выпустить их. Go. Да, такой рассинхрон пошел таверный. Да, фазы кончились. Оп, хорош. Жесть. Надо суицидиться тут. А Беттер так и улетел. Так, 2400, кстати, к слову. Тайгер имеем. А Егу хорошо разменяли, в принципе. Панду надо убить разочек. Но тут из такой, из этих целей я выберу Крабелос, потому что это стопроцентный фраг. Давай-давай, оп. Давай-давай, все, стан откинул, до свидания. Да. Сразу взял, ультанул, прикиньте, Криса. Хорош. Пока что по игре, ребятки, все ровно идет. О, ДДшечка, погнали, заберем. Тут желательно вообще взять стики, потому что там очень много кнопок, таргетов. Из-за этого... Ой-ой-ой, Огр, ты хорош. Хорош, Огурчик. Огур постарался, не удалось. Давайте фармим пока что. Пока нету целей для убийств, фармим. Но оппоненты, кстати, не сдаются, можно... Можно вообще на фул тут играть. Если честно, все гайды пишутся, знаете как, по сути, на коленках. Из-за того, что я стараюсь играть даже не в полную силу иногда. Где плотная катка, там в полную силу стараюсь играть. А тут в этих катках приходится как-то балансить, какую-то фигню делать. Из-за того, что боишься, что пацаны ливнут или еще что-то. Потому что, типа, ну, хочется записать красивую, качественную игру. Но вы все это прекрасно понимаете. Из-за этого, как бы, ну, вот есть такая вот проблемка. Опа. Опа, ну тут бежать и надо, бабушки. Опа, бежать, бабушки надо. Хорош. ББ. Пойди. Дверь закрой. Бабушки, бежать надо. Хорош. Стараемся всех крипов тут убиват. Все, я готов, погнали. Опа. Гона Б. Че, надо, наверное, стики взять. Если бы сейчас были стики, я, в принципе, на базу не шел. Давайте поменяем Stout Shield на стичотские. И погнали. Душаем. Дальше заряжаемся на низ. Телепорты. Заряжаемся на низ на телепортах. И let's go. Так, братец. Да что ж ты будешь делать с этим его ультимейтом? Ля, ты посмотри на него, прикинь, Криса. Короче, не дает себе убить тупо ультимейтом. Из-за этого не убиваем. Вот извращенец. На пандарене. Просто сейвится ультом. И все. Первое, что будем собирать, конечно же, я соберу Радианс, парни. Гейминг True Radiance, как говорится. Ну ни хрен я попаду сейчас. Я тут не попаду сейчас. Ууу, это плохо, парни. Но надо, бабушка, бежать. Успею слить? Если не успеваю... Если тот... О, хорошо. То если не успеваю убить, то это GG. Жесть, в меня все кнопки летят. У меня стики есть еще, брат. Стики и 180 хп. Найс, хорошо. Оп, отлично. Отлично. А дай.
Так, а где там Глифчанский? Есть. Есть. Знаете, что сейчас сделаем? Сейчас сделаем вот так вот, 4 секунды. По идее, мы его убиваем за пару тычек. Ну как за пару? Второй напряги. Хорош. Вот это я понимаю, Усревич, да? Все, уходим. Все, уходим. Огурец убили. Жесть, ну там парни красавчики. Красавчики тоже стараются. Видно такую оппозицию, хотя бы, ну, не сильную, но видно, они стараются. Так, на топе я не могу панду убить. Это действительно проблема. Панду не могу забрать. Вот у него сейчас ульты там нету. У меня ульты тоже нету, чтобы пиво задиспелить. Пиво, пей пиво. Да, надеюсь, ребятки, со звуком все норм. Не знаю, не уверен, правда я. Все так, делаем ТП. Ну, опять Кробу, походу, придется убивать. Стой. Криса. Не удалось у меня зацепить его. Не удалось. Так, 3000 золотых. Давайте чуть пофармим. Кстати, стики мне сейчас жопу... Я не подумал, но стики мне сейчас жопу внизу спасли. Между прочим. Между прочим. А я не хотел их брать. А я не хотел. А я не хотел. А я не хотел. Так, ну на топе вроде никого пока что нету, да? Всех крипов зафармил. Всех крипов, брат, зафармил. Сорян. Всех крипов зафармил, бро. Так, ну мне одного крипа бы добить. Лоу. Так, Радиенс, да, говорите? Просто чем кайф, почему я делаю Радиенс? Ведь Радиенс можно потом разобрать и в супер баш, ребятки. Это первый момент. Второй момент, Радиенс это промах. Плюс это ДПС. Урса, как правило, он прыгает, да, и тут это начинается, если раскайта, это беготня. А, соответственно, Урса очень хорошо может стоять против этой беготни за счет промаха. И, в принципе, небольшого количества, знаете, вот это вот, ну... Какого-то дэмэджа и сопротивления. Вот это получается. То есть физическое сопротивление Радиенс дает. Потому что промах дает. Соответственно, это физическое сопротивление. Вот и как бы, ну, такая логика. Дайте мне плюс. Вот видите, просто спокойно убиваю его. Так, 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 так. Это уже плохо. Это уже плохо. Злой большой Усревич у нас получается. О, братец, ну тут надо... Надо бежать. Не, я тут уже не бежать. Никак, магии запинали. Я вот сюда шел, не знаю, ну не видел я там Беттера, потом уже увидел. И дагер вроде был, но там уже не успевал я никак нажимать. Вот это очень плохо. Очень плохо. Ну ладно, ладно. Рошан есть, да? Угу. Сейчас пойдем в Рошана. Сакрет имеем, арбу продадим. Арбу продадим. Будет нормально. Ребятки тоже стараются, что-то делают. У нас тролль, варлорд, 0-2-0, 0-7-0, дум. Но в принципе, стараемся, стараемся. Вместе, видите, команды как собрались. Жалко, что я сейчас, конечно, погиблый был. Ну, а что поделать, ребят? Панда, блин, такой хитрый, да? Хитрый бобер. Он постоянно ульту жмет, чтобы я его не забрал. Скай взял. Возможно, сыграем тут через диффузил даже, да? Смотрите, тут Юл уже. Юлы против меня можно юзать. Погнали. Че, я на базу ТП, что ли? А я ж на низ нажал. Почему ТП сюда сработал? Я иногда не понимаю этот телепорт. Вы сами видели, я только что на низ нажал. Но меня ты пэхнул на... сюда. Надо на мид. Очень странная тема. Очень. Выходи. Я знаю, что ты тут. Лол. Осуждаю. Но я не буду так нагло идти. Я, скорее всего, дофармлю Радик и с Радиком пойду. Я с Радиенсом пойду. Так в наглую я не пойду. Вон Беттер, вон они все там.
Так, Рошу забрать не дадут. Надо вместе с ребятами забирать, потому что сейчас такой момент, когда оппоненты чуть-чуть окрылились, Урса с холлищитом убрали с игры. Вот и все. Есть. Хорош. Так, две куры, вот это руин. Забирай. Никого на карте нету. Сейчас смог. Скай на топе. О, в смысле, я ульт не прокачал. О, это печально. Я сейчас без ульты буду пытаться забирать Рошана в случае атаки оппонентов. Ничего не смогу сделать. Я вроде нажал плюсик, короче, а не получилось. Так, ну тут если троечку бафаешь, поехали быстренько. Хорошо. По идее наш Рошан. По идее уже наш. Да, хорош. Так, 19-я минута. Отлично, забрали. 15 минуту забираем Роша. Так, вот этот пацан сейчас опять ульт нанес, скорее всего. Хотя бы разведем на ульт. Прикинь, да? Опять. Опять успел, причем на микрописечку. Можно было попробовать там успеть, если... Я, мне кажется, я успел бы, да, дать бы там этот... Клэп. Урсинский клэп дать, так сказать. Как это называется? Но сори. Но сори, как говорится. Сори, не успел. Чё там Джага, год Джагу? У него там момчик. Момчик дефейзы. Так, клэпаем. Не-не-не, так не получится, друг. У меня прямая контра твоего героя, что бы ты ни делал. Урса очень хорошо перебивает его. С Радиком сейчас можно прям... Очень быстро выфармливать. Как в первом гайде, да? В гайде поехали через этот хекс, да? Фармливаем радик. Есть, все есть. Внизу очень большое количество народу. Но наша задача сейчас это... Выфармливаем остальные артефакты. БКБ, я не знаю насчет БКБ здесь. Панда вон опять медовый, ну без ульты. Это очень хорошо. Кстати, можно будет сейчас, если поймаю, будет годно. Я его так ни разу и не убил. МКБ-ха тут вырисовывается из-за панды. Абиссал МКБ. Радиенс до последнего будем держать. Радиенс до последнего держим. Скорость атаки сильная будет в лейте, прикиньте. Тролль будет ультить. Ультанет и прям так быстро. Тык-тык-тык-тык-тык все напихивать будем. Внизу очень что-то агрессивно. Аегис 3 минуты. Джага, бедолага, на топ пришел, погнали. Возможно, сейчас лес пойдет. Нет, не пойдет, остается лайн. Остается лайн. Бедолага, за 6 тычек без ультимейта умирает, по КД просто. Я бы уже, наверное, психанул. И не выходил бы вообще никуда. Гой их на руну. Гой их. Вот здесь вот Т2. У Т2. У Т2 будем сейчас применять пацанов. Там радиенство же. Да-да, на МКБ-ха нужно. МКБ-ха нужно. Хорош то, что нужно. Слушай, ты что знаешь, что я тут, что ли, на панде? Крыса на панде, прикиньте. На пандарене. Так крыса, походу, МХ-шная, да? Знает, что я тут. У меня есть ульт еще. Го-го-го-го, можно. Можно. Я, в принципе, не против. А, прикиньте. Не успел слить. Так, 3400, да? Я бы next МКБ сделал. Вообще баш тут хорошо зашел бы сейчас. Давайте баш. Потому что видите, как получается. Нужен дополнительный шанс пытаться слить. Если что, в Abyssal разберемся.
Так, ульта есть, погнали. Хорош себя заявлю, красав. Ух ты. Ля, это уже плохо. Но в меня все кнопки даются, как вы видите. Ужас какой-то. БГБ-ха нужна даже. БКБ-ха нужна. Башер, делай сейчас БКБ. Ладно, погнали БКБ делать. Очень мастхэвно тут сейчас. Очень мастхэвно БКБ. Из-за этих раскайтов влево-вправо. Я не думал, что скай сейчас уйдет на самом деле. Вообще не думал. Диффузил бы. Зашел бы очень хорошо. Так, это надо закрывать. Ой, это жесть, слышно. Это жесть. Так, ну, оппозиция хорошая, катка интересная будет. Нужно душить на фул. На низ башер отправим. Кура летает с башером по кайфу. Лотар у нас кроба, да? Баш и снос. БКБ баш и снос. Не сносный, снос. Придется таки, ребят. Не очень люблю БКБ делать, знаете, типа хочется так, в катках, в обычных таких, что-нибудь такое красивенькое, без БКБшное, да знаете, чтобы прям, ну, прям вот, ну, пушечка была. Жесткая катка. Но next БКБ, но я БКБ быстро подниму. До 29 минуты я могу поднять. Ультанул, хорошо. Стой. Боже, сколько магии, это жесть. Просто по КД меня теряет. Лассо и этот, как, не помню. Не помню, как ультимейт называется. Жесть. Эй, баш, кстати, тут вылететь мог. Если бы вылетел, я бы сразу забрал бы бата, и ничего бы не произошло, между прочим. Блин, это подбешивает огр. Купи. Да куплю я, господи. Ты видишь, что происходит? Я хочу мут ему дать. Я знаю, спасибо. Но зачем вот это вот? Полсы. Я попросил. Просто, я знаю, что нужно купить БКБ. Что ты, блин, вот это меня терроризируешь? Я думал, мы до сих пор будем в ганге играть. А получается, нет. Конечно, да, БКБ надо, безусловно. Я вижу, что уже БКБ надо. Уже надо, резко надо. Знаете, почему резко? Из-за качель. Первый раз, второй раз умер. И получается, отдаю стрики, и ребята очень-очень быстро бустятся. То есть там буст по артефактам, буст по вещам, буст по левелу очень быстро идет. И из-за этого, конечно, да, уже БКБ must have. Я думал, сейчас еще с башером чуть-чуть поиграемся, но уже не дают играться. Поэтому и нужно БКБ, конечно. Я не люблю делать БКБ вот в таких играх, но это лоу-скильные игры, по сути. На них типа БКБ, ну, я хз. Прям вот сразу БКБ, но тут не делается сразу БКБ. Так, go farm. Чуть-чуть остается. И парень мне говорит, БКБ. Я знаю, что БКБ, друг. Ну ты шо, не спайм. По-человечески попросил. Просто замутить, чтобы не дизморалил парень, и все. Чтобы не дизморалил. Что бы не дизморалил, и все. 4 раза я умер, просто 4 лассо. Там через БКБ будет лассо в любом случае даваться. Это, конечно, понятно. Можно сделать линку здесь еще, в принципе. Но тут надо еще и МКБхи. Вот это, на самом деле, самая серьезная проблема. Это то, что нужно будет еще и МКБ делать. Но, есть еще одна проблема. Что если меня так будут сейчас расконтривать, дамажить там некому. Союзники не дамажат. Меня тупо, если сейчас через кнопки будут убивать... Тупо, знаете, лассо там образно. И ультимативная ская. Это будет очень плохо. Актуальность очень сильно я потерял. За счет этих смертей. Очень печально. Ребятки в лес походу пошли, да? Да по грибы. Что у нас получается? Скай 12-3, да? Панда так ни разу и не умер, он просто эскейпит ультимативно и все, типа, ну, пофиг ему. Давайте поиграем в этот, в возможность. Если забашим, убьем, называется игра так. Прыгаем, башим, если
Баш вылетает, забираем. Если не вылетает, не забираем. Ну, ладно, он не успел сообразить. Овощ. Надеюсь, Огур не обидится, за что я дал ему мув. Потому что, ну, типа, ну зачем спамить-то, ё-моё. Я понимаю. Понимаю, что надо БКБ. Спамит, логично. Я же знаю. Так, Рошан только что резнулся. Чуть-чуть до блокинг-бара. В принципе, 29-я, пол БКБ есть. И это очень хорошо. Очень хорошо. Говардинг. БКБ чуть. БКБ чуть-чуть осталось. Главное вот не идти фидить, знаете, если бы вот до вот этого момента вообще я решил, ля, обиделся, да, походу, обиделся. Обидят, ты меня накакаль в горсек. И все. Вот так вот, пацаны. Обида у пацана сыграла. Обида у пацана сыграла. Нету, да, печалька. Забашься. Эх, печалька. Пойдет. Жалко, что не забашился, не замедлился. Надо уходить отсюда. Пойду лучше в Эншен, тогда бью. Хорош. О, там Sky подзадушил. Так, ну походу сам буду саппортить, да? Еще и этот. Ну не знаю, прыгать с ультом, нет? Типа в меня там по-любому лассо нажмется. Я даже буду уверен, что в меня нажмется. На 100% уверен. Что нажмется лассо. Так, Огур отказывается, да, вардить? Походу придется соло все делать. Как старые добрые. Лэпа и погнали. Все, уходим. Есть блокинг бар, да? Есть. У меня иногда задают вопрос, почему ты не апаешь до конца этот маску? Да не во что ее апать. Маднес в таком пике не зайдет. Сатаником драться не дадут. Сатаником драться не дадут. Так что вот такой смысл. Го, я вардить буду. Огур забил. Повардимся. Вот так сделаем еще. И попрошу ребят офнуть куру. Тут потная будет. Гоним панда делает. Потная катка будет. Дай варды. Вот я еще и в муте. Вот, вот засранец начинает руинить. Начинают руинить. Вот эти дети, которые заходят играть вот так вот, но зашквар тотальный. Божечки. Так, дропни, плюс. Надо второй раз куру вести. Хорош. Так, ну сейчас ситуация такая. Огур, скорее всего, руинить будет. Расплакался, что я ему мутик дал за очевидные вещи. И надо вардить теперь. Ну, варды то хрен с ним. Варды то хрен с ним. Погнали. Let's go. Так, беттер летит, да? Стан можно, брат? Хорош. Найс, башишь. Хорош. Хорош. Жалко, вижена нету. Я сдох, скорее всего. А, нет. Пойдет. Народ, сейчас отхилимся. На Рошане отхилимся. Пойдет. Сделали минус 3. Вот первая БКБшка и хорошо пошло. Первая БКБшка и пошло гуд. Хорошо. Пойду Т2 на низу. Знаете, что сейчас сделаем? На базу отправим курьера.
Отхила нет, но мы сейчас хитрим. Курочку водить будем. Сейчас курочка сталь мне, говорит. Так, с Аегисом, чтобы можно было работать. Хорош. Так, ну я, наверное, на Б, я уже не пойду Т2. Так, что у нас остается по слотам? МКБ-ха нужна, да? МКБ-ха нужна. Сейчас все сделаем, парни. Все сделаем. Сейчас все сделаем. Где там Володька? Есть. А сыр, извините, куда делся? Чего? А где сыр мой? Я только что дропнул вот так. Ну, я надеюсь, вы поняли, да, пацаны? В чем прикол? Бредово, но это так и работает. Дропнулся сыр на базе, когда я нажал вот эту кнопку. Ой, на базе, вот здесь дропнулся. Прикиньте, какая подстава. Так, хорошо, Владимир съесть. 3 минуты Аега. Давайте подхилимся чуть-чуть. Хорош. Если что, еще сыр дропнем. Сыр дропнем. Так, нужно будет куру дополнительно расконтривать. Дополнительно. Хорошо. Погнали. Давайте сейчас тут вардик поставим. Оп, хорош. Приходится баловаться курочкой еще дополнительно пару. Потому что такая себе начинается тема. Оп, Роден сейчас вот задушит тебя, брат. Хорош. Отлично. Так, делаем. Хорош. А, вард стоит. Вард стоит. Хорош. Курочку не надо. Отлично. Так, 3800 еще. Сейчас МКБшка нарисуется у нас. У меня еще, по сути, слот есть. За счет того, что у меня сейчас Аегис. Плюс дополнительно есть у меня еще Абиссал, который мы разберем. Дополнительно. Я тэшку ломать буду. Джага ломает, да? Мы не сломаем. Главное тут не сдохнуть. Хорош. Главное не сдохнуть. Минута Аегис. Сейчас будем уходить. Один барак забираем и уходим. И уходим. Опасно очень становится. Сразу МКБ-ху сейчас докупим. Сыр, наверное, мы продадим, ребятки. Или вообще можно, типа, оставить 2 сыра, да? Типа, в куру вот так забрали, типа, с 2 сырочками бегать. Но, типа, мне нужно МКБ. Все, куру давайте сюда, на базу отнесем. МКБ-ху. Надо будет, сейчас мут пройдет. Огру написать, что обиделся, брат, не обижайся. Просто зачем вот этот спам не нужен? Я вообще в играх стараюсь ничего не писать. Писать только командно, знаете, типа, образно. Не объяснять что-то, не пытаться, ну, знаете, блеснуть своим там знанием, умом и тому подобное. А просто как-то так. Сейчас Аегис, по идее, будет падать. Надо это, как бы тут аккуратненько. Вот, вот, вот он этот момент упадания Аегиса. Ребятки, хотите, покажу краткий гайд? Краткий гайд телепорта сыра на мид.
Сейчас вам покажу. Всем привет, дорогие друзья, с вами Эксанас, и сегодня мы будем показывать, как зателепортировать сыр на мид к вашему урсе. Нажимаете вот эту кнопку, и сыр телепортируется сюда. Ставь лайк и подписывайся на канал, если понравилась данная фишка. Круто, как вам? Как вам, пацаны? А с помощью таких дыр действительно можно, так сказать, с помощью таких лазеек действительно можно карту выигрывать. Прикиньте, вы бежите, такая замес, лютый, и вы знаете, что на базе у вас лежит сыр. Вы же можете так пробузить. Серьезно, ну это бред, согласитесь. Это бред. Все, погнали. Главное не нажимать больше кнопку. Кнопку больше не нажимай. Не обижайся. До сих пор в муте сижу. Жесть. Мут. Мут миллион лет, походу, у меня. 300 урона. Нормально. Можно еще баш сейчас разобрать будет. И даже дополнительно хекс сделать. Я обычно хекс делаю в урсе, честно. Как бы глупо это ни звучало, но хекс очень хорошо заходит. Можно еще абиссал разобрать. Хорош. Отличный баш. Четкий. Четкий баш. Давайте на мид. Вообще надо тревел собрать, я так думаю. Опять мид. Надо, чтобы он не обижался. Хорош. Да, тревелы взять бы. Ладно, погнали, парни. Так, проведем. По идее, не должны умирать. У нас есть Блэдск Кинг Бури. Это значит, что должны выиграть. Хорош, курочка, играемся. Там по лесу оппонент один бегает какой-то. О, вот это что там? Вообще, надо желательно сейчас абиссу. Абиссу. Опа, первый раз умер, да? А, второй. Хорош. Второй. Криса. Я не буду подставляться. Сентричок. Нет, меня не надо туда, плиз. Ой, хорош. Хорош. Отлично, почти на вставочку. Так, хорошо. Почти на вставочку. Хекс, молодец. Мы тут спушим. Джага там сплитит. Но лучше, если бы он был в драке, мне кажется, лучше было. Да, этот урса получается с огромным количеством ДМГ, ребятки. Но в целом, если вы будете вот так вот курочкой играться, это на самом деле, ну, не просто, да, дополнительный какой-то микроконтроль. Но в целом, это поможи бабушке делает, как говорится. Так, ломаем вторую тэшку. Вторую тэшку. Хорошо, и дополнительный слот покупаем. Абиссал разбираем. Хорош. Есть, вернее, разбираем кнопку и ББ. О, хочу еще. Давайте так делаем. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. И вот так вот так вот. Вот сюда. Хорошо. Теперь у меня очень много контроля будет дополнительно. Еще и отхильчик. Хорошо. Прикольно сыр телепортировали, да? Сейчас хексом можно будет работать. Но это такая, знаете, хекс я, в принципе, тут просто так собрал. В принципе. Просто так, потому что хекс вообще желательно вначале собирать, чтобы можно было очень жестко душить. Так, но у меня есть очень много сейчас кнопок, и сюда тревел добить будет офигенски. Офигенски будет. Гем. Скай. Хорошо, вот так вот делаем.
Это ГГ. Это ГГ. Раскачивает. Но куру нельзя сливать. Жесть. Но я перегазовал, думал, успею. Если честно, микровижн. Прикинь, да? Ее что-то не должно видно, а духи полетели, забрали. У них МХ. Духи МХ. Виноват. Виноват в этой драке. Еще и куру слил, прикинь. Жесть, я вообще не нажал. Очень неудобно расположение биндов себе какой-то сейчас поставил. Сам поставил же, да. Ой, рака, я могу лучше, как обычно сейчас этот. Вот. Да ладно вам, ребят, чё вы. Обычная нормальная катка получилась. Если честно, даже интересная. Позицию в середине они перехватили. С огром немного посрались. Но ничего. Но молодцы в целом они. Дум 0.9, 0.10 роль. Я считаю, что более чем тут моя роль отыграна. Я так думаю. Знаете, что мне сейчас не хватило контроля? Надо было абиссалом на йо. Короче, у меня бинды стоят так. Пробел, слэш, 4-5, йо тап. Хекс сейчас стоит на йо. На йо я не успел дотянуться. То есть я обычно перекликиваю героя через единицу. И получается неудобно. Нужно как-то пальцы раскидать. Так, чтобы раскидывал. Как-никак, 27 лет уже, моторика уже не та. Нужно как-то приспосабляться, чтобы меньше движений было, знаете. А то получается всеми пальцами тяжело. У меня обычно основное только вот... Вот этот, безымянный и указательный, они основные пальцы, которые нажимают бинды. И пробел большой палец, и все. А неудобно там образно мизинцем нажимать или тому еще подобное. Так что такой смысл. Так, можно сделать сейчас этот хэкс, да? Ой, хэкс. Тревеле. Но тревеле я, походу, не сделаю. Так, тинкера поймали. Сторона падает. Давайте разберем. Что-то делаем, тревеле. Немного хэкс подзаруинил, получается, да? То есть на йо, если честно, на тинкере на йо удобно кидать. Но надо было на четверку начинать. Я запутался просто контроль. Не успел там кнопку. Еще микровижн. То есть я прыгаю в туман войны. По сути, у меня немного вижена нету. Тяжеловато. Но такой урс, это по кайфу. Следующего урса будем собирать тоже веселенького. Тоже веселенького, ребятки. Хорош. Тоже веселенького урс. 40 секунд до моего курьера. До моего курьера. На тинкере через йо удобно. У меня вот такая раскладка на тинкере. Тоже даггер. Йошка. Это хекс. И этот травела. Травела. Как говорится, есть там такое дело. Саппорт. Саппорт просто. Ну, цукс. Саппорт. Между прочим, я сфидил больше, чем огр. Вот так вот. Соло вылазок много. Хорошо, погнали. А что если? Убить гем. Хорошо, Володька летит. Ну, ладно. Как скажешь. Как скажешь, брат. Панда там клепает, ничего себе. Ну, 18 секунд надо ждать. Хорош, GG. Ща, брат, подожди чуть-чуть. Ща, подожди. GG. Хорош. Ну и дальше разбивать гем, погнали. А вы знали, что гем можно разбить? Да. Его не так быстро разбить, там 500 тысяч хп, но в целом его можно разбить. Хорош. Главное не подбирать в тот момент, когда вы его бьете. Тот момент, когда вы его бьете. Ну я его тут в этой катке не разобью уже. ГГ. Хорошая катка получилась, ребятки. Единственный момент, который мне в этой катке не понравился, это то, что вот с огром мы поспорили. Как бы вот этот неудобный такой моментик. В принципе, я знаю прекрасно, что вижу, что БКБ надо. Зачем так проспамливать, я немножко не понимаю. Поэтому надо как-то чуть-чуть лояльнее. Я тоже перед ним извинился. Я думаю, у него не будет вопросов ко мне. Так что такая первая катка получается у нас, или вторая, не знаю. И хорошо тут и на вставочку сделали. Отлично. В принципе, оппозиция была средняя, и ребятки молодцы, что
тоже как-то хорошо сыграли. Главное, что никто не ливнул, особо не было никакого ни имха. Кстати, тут в этой катке нет вообще подозрений на имха, что удивительно. Я играю третью игру, и получается в третьей катке тут, ну, видно, что как будто все ровненько. Так, друзья, сейчас мы сыграли дефолтный билд, который вы видите сейчас на своих экранах. Я считаю, что это дефолт. Иногда можно поменять вместо какого-то начального башера, который я сделал, можно вообще желательно было сделать БКБ заранее уже. И додушивать можно было додушить. Но вообще по первой катке вы видели, как, ну, первая, то есть была, которая первая, 20 минутка, да. Почему я говорю, что вот это первая? Просто я не знаю, вставлять ли первую катку, потому что она чересчур изи была. Но каток будет 4, это я уже понял. Не суть. По первой катке вы можете понять, как быстро задушить. По этой катке ошибка максимально сильная. Это нужно было сразу брать БКБ вместо башера, потому что, ну, если честно, всегда, как я уже говорил, стараюсь поиграть подольше на контент, чтобы было там много фрагов и тому подобное. Ну, потому что такое приятнее смотреть. И из-за этого иногда игнорируются какие-то важные слоты. То есть максимально не на победу. То есть можно задушить тут на урсе за 20 минут, но это неинтересно. А когда вот такие качели небольшие, это уже интереснее. И после БКБ, конечно же, можно было не, там, знаете, не докупать башера, сделать хекс. Вообще до БКБ можно было сделать хекс, то есть сразу радиенс хекс. То есть так намного тоже приятнее было бы, и мана бесконечная, вы можете очень быстро фармить. Но это на первой катке вы видели. Что ж, сейчас вторая каточка у нас будет, третья каточка. В этой третьей каточке мы будем собирать урсу немного по-другому и посмотрим, что из этого выйдет. Погнали, парни. Ну что, друзья, загрузилась у нас некстовая катка. Сейчас будет урса через лотар. Да, если прошлый урса был через дагер, и сейчас мы будем придумывать другой билд. Ну, конечно же, сейчас должно быть тоже очень интересно. Но, надеюсь, вам понравится такой тоже геймплей. Урса через лотар. Лотар с кади, поехала. Лотар с кади. Не. Норм, не бойся. А, ладно. Есть просто куда страшнее герои. Урса, например. Нафиг этот легион. Хорош. Усревич. Смотрите, в общем, что будем собираться? Через что? В любом случае, скади тут будет. Лотар скади. Сильверейдж скади будет. В любом случае, сильверейдж скади. Сейчас посмотрим, как у нас все будет. Идем на топ. На низ. Пойдем на низ. Я низ. Так, первая позиция. Первая позиция. У меня единица через раз работает. Не знаю, надо клавиатуру нести по гарантии, походу, потому что клавиатура стоит бешеных денег, по-моему, 5500 или 4500, и единица работает через раз, не знаю. Я постоянно на единице сижу, когда героя прокликиваю, и на самом деле проблематично, что новая клавиатура так, ну, типа, лол, сколько она прослужила мне. Типа, ну, вот, сейчас даже нажал, не сработал. Даже видно, бывает. Вот, сейчас нажимаю, она не сработала. Странная тема. Надо нести ее обратно, чтобы ремонтировали. Куда морту? Куда еще и морту? Вы че? Я соло потушу их. Морту, говорит еще. Так, сначала идем на низ, в общем, центральную мы сыграли. Центральную. Сыграли, чайку бахнем. Бахнули чайку и погнали. Виови, понса, что-то там такое. Значит, щиточек, хилочка. Арбезия, да, наверное, возьмем. Арбезию, да, хорошо. А третьей катки мы возьмем сапог и через сапог пойдем. Наверное, в четвертой, вернее. Я все думаю, что это третья. Вторая, вернее. Вот, я постоянно вот так вот на единице героя прокликиваю. Вот, смотрите, оп, видели вот эту просадку? Это вот постоянно на единицу прокликиваю. Оп, не среагировала тоже. Этот отказывается единица работать. То есть я вот так вот героя кликаю постоянно. Вот, видите сколько? Жесть. Смотри, сейчас на двойку поставлю героя. На двойке вообще офигенно кликается. Смотрите, вот постоянно на двойке кликаю. То есть через бинт двойки героя. Герой постоянно кликабелен. Странная тема. Почему так работает? Когда через единицу, она через раз. Я из-за этого иногда контроль теряю, вот видите, типа вот такая просадка, единица просто отключается как будто на секунды 2-3. Это ужас. Ладно.
Вот сейчас даже я смотрел на героя, и мне надо резко переключиться на своего героя, не могу, не успеваю. Из-за этого микроконтроль очень сильно теряется. Хорошо. Так, в общем, наша задача здесь. Хускар, походу, пойдет на центральную. На центральную. Если честно, не очень хочется тут сейчас терять хил. Давайте вот так сделаем. Не хочу я здесь. Ты че, ты сейчас сдохнешь. 4 героя, это ужас. Я понял. Надо хиляться, походу, тут, да? Нет, пойдет. Уасно. 4. Уасно, говорит. Ну, 4, братан. 4, потому что. Вот поэтому и уасно. Уасно. Слушайте, а что если тут попробовать сейчас выйти в маску? Давайте посмотрим, тут некр, по-моему, на лайне. Вивер, некр, это ужасная линия для ус. Ужаснейшая. Остакиваем дамагу на крипе. Оп, и добиваем. Ты шо, уас на тебе? Шо ты меня тычкуешь? Уасно. Ну, мне тут хил нужен будет. Гоблин запилин. Если сейчас поднастакаем на некре, можно будет с вайпером сейчас с приходом хила уасно сделать. Да, не зря я хилку послал, потому что уже уасно тут все. Смотри, 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 что делает. Ну, чисто браконьер, да? Уасно. Уасно делает. С некром вообще одно удовольствие стоять. Вообще просто прекраснейшее. Уникальный персонаж для того, чтобы кайфовать. Уникальный. Я кайфую, да? Сегодня я с тобой кайфую на некре. Хорош, пока кайфуем тоже. Аккуратненько выфармим. На этом лайне будем брать замедлялочку. Немножечко для некра. Ух, какое. Смотри, какие ласхитеры. Что там, лес ковыряешь? Вайпер. Лесной вайпер. Пильбе лесной вайпер. Лесной вайпер. Го, вот этого деда старого. Если вайпер придет, можно деда старого задушить. Фарма я тут не увижу. Он ходит просто как валенок влево-вправо, и так и будет ходить. Так и будет ходить. Сапог. Сапог. Хорош. Го, попробуем. На разменах. Пофиг даже, пофидим. Тут на разменах надо играться. А, типа я хз. О, минус таракашки. Минус таракашки. Типа я хз. Стой, экспись со мной. У меня тупо нету хп уже на драку. Драконьё. Тарканьёло. Тарканьола. Походу на Б пойдем, да? Тут некры, это, конечно, что-то с чем-то. Погнали на Б. Жена Б, на пасы. Все, на Б. Стоял бы на лайне. Ужастик какой-то. Смотри, смотри, смотри. О, Тиник пришел. Здесь там пятый левел. Тиник. Вайпер первый левел зачем? Зачем-то держит. Зачем-то. Фидир, да? Гудбай. Одна тычка такая, и все заканчивается. Овер-повер. Повер-повер. Хорош. Овер-повер заканчивается. Тяжело лайн, но главное не фидить. Куровард. Став. Куровард став. Куровард.
Хорошо. Да, там. Таракашкин. Дихлофос купили сегодня или нет, интересно? Что-то вот так он хочет меня тычкануть. Ну прям вот, прям эти гименейты у него зарядились. Он так и хочет меня потычковать. Прям вот, вот посмотрите на него. Куровард. 100 маны там. Что, захилимся? Захилимся, некор тут где-то. Он походу газанул назад, да? Ну такой себе, софт что ли? Либо вард, либо софт. Минус хил. О, жесть, эти тараканы. Эти тараканы — это нечто. Я хз. Я хз, я не могу, я не могу бить. Я сейчас еще и сдохну походу, да? Направо. О, не бежит направо. Ну типа он отошел. Либо вард, либо третий глаз. Да, такая тяжелый лайн. Очень тяжелый. Вот здесь вот либо вард стоит, либо я не знаю, либо он так наглую подумал, понял, что мы пойдем. Ну тяжелый лайн, я не могу некро, например, убить. То есть мне в наглую бежать на него? Ну, как бы чревато, да? Я не стал уже бежать, я думаю, ну вивера, окей, вивера побьем чуть-чуть. А там уже вайпер в танковый, там тараканы не сбивают с себя. И получается, что фит лютый заходит. Вот даже сейчас я попробую обойти. Вот типа я ушел, все, типа я пошел лес фармить. У меня нету фазов, ничего нету. Некор, смотрите, смотрите на действие некролайта. Очень интересно, что он сейчас будет предпринимать. Пошел в магаз. Примерно потенциально, я думаю, он знает, что я тут. Он не даст мне, ну, не даст. Да-да-да, там МХ. МХ, он сейчас бы не хильнулся. МХ он. Он с МХ на некре. С МХ на некре видели, как он хильнулся? Я мог вайперу хилку повесить, вайпер сейчас бы не сфидил, но... Некр с МХ. Видели, он как хильнулся? Он не должен был так хилиться, он на раздамаг кинул. Вот тут я ничего не сделаю в этой ситуации. Так, фазы у меня есть, да? Хорошо. Так, 2-2, да? Тяжелая катка будет. Некр софтом. Ювенси Понсардин какой-то. Веуве Понсардин, ребятки, запомните этот никнейм. Сразу уже видно, парень пытается не палиться, но тут уже вот тут все понятно, когда вот тут выбегаем. Хотя, смотрите, свиженный магазин может оставаться, да, у него в теории. Свиженный магазин может оставаться. Магазин свиженным. Вижена Магазинович. В теории, да, может и так. В теории. На практике, конечно, не уверен. Выходит с магазина. О, найс замедло. Найс замедло. Ну, может, это некролайт. Пасардин. Возможно, просто так обвиняю. Может, с магазина вижен был. И не инвиз, это плохо. Так, свайпы. Свайпы берем. Ох уж это замедло. Аккуратно фармим. Так, мы пойдем через лотар, да? Говорится. Тини тут уже, да? Бродит, возможно. Тини уже тут, возможно, бродит. Жесть, у нас всю карту овнят, да? Очень тяжко. Во-во-во-во-во. Во-во-во. Хорош. Доминейт забрали. Доминейт забрали. Все равно за некро надо посмотреть, что там у него, мне кажется, нечистенькое. Нечистенькое. Так, масочку надеваем. Масочку надеваем. Можно вообще в наглую попробовать пойти Рошана забрать, но мне кажется, не дадут. Свайпы есть. Не дадут, мне кажется. Мне кажется, по-любому есть вижен. Можно в наглую попробовать зайти, ульта еще, в принципе, будет. 13 секунд, Тини пока придет, по идее. Можно чуть подраздамажить.
Сейчас, если аура некро засветится, то тут все понятно становится. Возможно, вижен. Ага, я понял. Да. Возможно, там веселые друзья. Ля-ля-ля. Веселые друзья. Ох, пытается кинуть его. Надо скостить. ГГ, я тут не выживаю никак. Интересно, Наварда даже будет прочекать всю эту контору. Блин, ну я не буду варту поставить. Денег так нет. Фармим, все, не дадут. Рошу забрать? Рошу забрать не дадут. Уз без хила, как ты так раскачиваешься, друг? Ничего себе. Уз хил не качает. Интересно. Варт есть? Нет. Ну, это минус, кстати, минус вивер. А, нет, ультанет. А, найс, Soul Ring нажал. Но ставочку вивер делает, ну ничего себе. Но это Хускар без хила, в принципе. В смоках, я не пойду Рошаном. Просто фармлю. Лотар делаем свой, и все. Лотар свой делаем, и все. Фармим Рошу, я не пойду, я понял, что Рошу они не дадут. Рошу они не дадут. Рошу они не дадут. И не понимает, что я кнопочку смогу нажать, побить его, но... Давай-давай-давай. Хорош. И вот туда же. Промах. Промах. Попадание. Хорош. Еле-еле. Unstoppable. Вивер unstoppable был. Вопросы есть, вопросов нет. Фармим просто, парнем. Просто фармим. И все. Если катка не идет, надо просто фармить. А если оппозиция будет хорошая, тут прикольно билд будет. По кайф. Но оппозиция вроде хорошая. Ребята душат. Ребята душат. Красавчик. Можно сделать аквилу. С аквилой фармить. А можно и не делать. Можно и не делать. Гауруну чекнем. Инвиз. Хорош. Там этот огур душит. Хорош, дасты нажали. Но это минус Рики. В любом случае. О, найс, блин. Панч. Вау. Жесть, видели, как скостил всю дамагу? Скостил всю дамагу. Зебекюлир, лад. Нормальный ник у парня. Хорош. Так, минут трое, да? Якорь с арканой. Давайте, может, сделаем. Блин, если честно, очень хотелось бы сделать аквилу на ману. Иногда и не хочется делать. Тратить золотишко драгоценное. Хочется сделать сразу. Лотер Сейдж выйдем, и можно будет от КД играть. Роша надо под шумок идти. Вот пока ребята там где-то бегают, да? Вот они сейчас все пошли туда, а Тини вон стоит один единственный, да? Тини вон идет или не идет? Так, на топе вон народу сколько. Главное Тиника прокаст весь забайтить, закайтить. Ребята дерутся, да? Но если Тини придет, это будет очень плохо. Но я думаю, он придет. Смотрите, на миду его нету, на топе его тоже нету. КП у меня достаточно, в принципе. А главное, да, ну стоит уже, ждет. Давай, брат, давай. Успел. А, на ресурсе стоит. Ударь, господи. Какая же помойка этот вижен. Помойка конченная виженская. Жесть. Ну, на характере чисто забрал. Единственное, я с ним экспой поделился. Золото я не дал. Но в чем прикол? Я сейчас почему он так прогулялся по таймингу? Потому что он не ожидал, что так быстро заберу Рошана. У меня оверповеры откатились. Оверповеры откатились. Плюс этот ульта свайпы добавила. И очень быстро забрал. Не ожидал, что так быстро заберу. Не ожидал. Дофармлим лотар. Не через дагерка, а через лотар. Вы как видели по превьюшке. Через...
Лотар катка будет. И главное, Рошана забрали, все остальное хорошо. Под шумок чисто. Даже, мне кажется, тут смока не помогут. У меня есть ульта. Мне нечего особо бояться. Не законтрит, по идее. Так, 2400, да? Вот так, еще 400 золотых. В принципе, 300 золотых надо, 200 даже. 200, потому что у нас уже тут есть копеечка. И продадим щиток. И посмотрим, кстати, тени МХ или нет. Посмотрим. Так, запись идет, все по кайфу. Единственное, мне не напрягает сейчас со звуком. Ну, вроде все со звуком норм, но иногда бывает настолько громко. Микрофон работает. Так, я понял. Душиловка пошла. Да-да-да, Егу там все дела. Рики пропалил. Но сейчас будем огрызаться. Будем огрызаться. ГГ. Да было бы чё, ГГ, парни. ХПшек, ХПшек нету. ХПшек нету особо. Он сейчас просто тини подойдет еще. С проказа падать неохотно. Хорош. Опять тараканы. Тараканы опять душат. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Полетели, полетели. Поехало. Такой расклад мне нравится. Так мне нравится. Такой расклад я люблю. Чтобы вот так полететь, задушить толпой под тускаром. Почему нет? На такое я пойду. Такое мне нравится. Так, давайте... Блин, вообще аквилу или стики взять надо, желательно тут. Давайте стик возьмем. Главное сейчас на Урсу, наверное, не напереться в лесу еще. Так, лотар есть. Урса через лотар гейминг. Было бы хорошо сделать тут еще и дезоль, но тут будем делать скади. Дагер. Тини. Дагер, тини. Гоу. Опа. Тини сейчас прыгать будет, да? Хорош. Некр идет. Че, некр? Проверяем некр на МХ. Давай, брат. Я верю в тебя. Идет мне рипера давать. Смотри. И мне дает, да? Не хочешь мне дать, брат? Ой, запутался. МХ не помог. И, блин, как так, да? Да, езжи. МХ мне не помог. Ай-яй-яй. Такой, знаете. МХ не помог. Такой, ой, бедолашка. Хорошо. Вот это мне нравится. Так, маночку берем одну. И погнали дальше, короче, колопим. Колопим, колопим. Колопим. Крипев. Колопим, колупаем. Можно даже сразу силер, мне кажется, сделать в этой катке. Ну, тут вообще, по сути, дефолт должен быть. Спасибо. Дефолт, по сути. На топе Криса много, смотрите. Хорош. Но пока что плотненько, да, идет каточка. Такая, знаете, она тяжеленькая, да. Они укакались, мы ультракил на вивере там. И таракашка сейчас убивать будет, курочка. Чик-чирик погиб. За фем чик-чирик слили. Хорош, нормально написал, по-царски просто. За фем чик-чирик слили. Так, есть. Скади будем делать next time, я думаю. Скаду и Урса. Если первый билд мы сделали, нормально получилось. Сейчас будем делать второй. Скаду и гейминг. Скаду и. Ну, желательно сделать, мне кажется, этот сейчас. Сенш. Сильверейдж просто апнуть. Портос ФФшку пишет. Видит, что Урса фармит. Все, думает. Ну его нафиг. Давайте сделаем сильверуху сейчас. До конца уже. 5000 золотых, и вся наша кнопочка будет крепкая. Сильверушку. Почему нет? Марита там фармит что-то. Мартретка у них слабенькая, походу. GDM малоу. Походу, слабенькая Марита у них. Поэтому надежды у них нету. Поэтому, наверное, нету. Я тут full фарм просто стою. Ой-ой-ой, BMS жмакает Б. Аж это некролути убегает там.
Чё, брат, меха, поможи, да? Эти меха, поможи. Чисто меха. Меха. Меха, говорит. Хорош. Так, XB, SS и манку. Все, хорошо. Сильверуха есть. О, там полесари, Рикимару. Не Рикимару, Рики Вивер. Ну, в принципе, тот же самый Крис, да, типа? Рики Вивер там убивает. Во, да, Рики Вивер. Во-во-во, вон она. Вайпер, красавчик, фулл саппорт. Погнали. Поможи бабушке делать. Смотри, под тэшки просто зашли. Убивать и делают. Крисы. Некр, мне кажется, недосягаемая цель. Вон он, некр. Давайте прочекаем, софтер он или нет. Ну, это стопроцентный чек, просто на М нажимаем и... Да, видите, он отходит, то есть он не подойдет. Он вот тут, я его так не убью. Смотрите. Вот Тини, да, Тини подойдет. Смотрите. Смотрите, вот некр. На некр смотрите. Не подходит. Не-не-не-не. Там три героя. Если я сейчас нападу на Тини, он мне в любом случае дает прокаст, я встану, не улетаю. Но после прокаста я уже не выживу. Там уже Рипер будет. Некролути, конечно, подозрительный. Подозрительный, Кукарача. Так, погнали. Главное, отводик дополнительный сделать еще. Хорош, и дальше бьем. Смотрите, у крипов 920 хп. Сейчас, опа, 800. 120 хп крип добавляет. Прикольная аура, да? Прикиньте, была бы такая аура в доте. Типа, ну, у кого-нибудь, у героя. То есть аура на хп, если получается. Круто звучит. Звучит отлично. Я бы даже так выразился. Этот Урса больше, получается, фермерский, да? Че там, 1000 хп. Сейчас он прокаста даст. Или не даст. Хорош. Просто сбрил его. Это неожиданно на самом деле. Бэкстеп очень много дамаги внесет. Еще потом кнопочки нажимаешь. Прям очень много дамаги. Урса через лотар. Давно такую тему не делал. Я, наверное, крайний раз в Урсе лотар, знаете, когда собирал? Когда совсем плохо понимал эту игру. Знаете, в таких в начальных стадиях. Ну, когда еще, ну, Рили вообще совсем ничего не понимал в этой игре. Вот тогда, ух, там диффуз, ничего себе. Ух ты какой. Диффузил, кстати, против меня, лютейшая контра. Диффузил. Сейчас скади начнем делать уже. Ух ты. Видели как? Блатар меня ударил, неужели тут вижен какой-то есть? Пички не закайтились. Как будто там дасты нажались. Или у меня баг, короче, не могу сильвером пользоваться, да? Опасно тут сейчас стоять, на самом деле. И не с догероидом. Все, этих крипов оставляем, не добиваем. Так, 2000. Очень манту хотелось бы тут сделать. Давайте манту сделаем. Манту сделаем. И потом отдельный видосик. Ой, не отдельный, отдельная еще каточка будет. Посмотрите, что там я соберу. Чисто будет катка. А, интересная. Сразу говорю, катка будет очень интересная. Мепе. Ай, мепе нету. А. Дай мне, а курочка не дашь, да? Некр, смотрите за некром. Некр не имха получается, да? Так, на меня тут походу GG, да? Ладно, деремся. Деремся. Некр не имха, видели, как умер глупо? И оверповеры кончились, прикиньте, не раздамажил. Ладно. Пойдет. Шайпер, сентрики ставил. У меня 17 левел, нормально пофармили. Хорош. Так, сия, да, говорите? Ой, сия. Манта. Чтобы много урс было. Манта, чтобы было много урс. Что? Хорош. А лучше Рошана пойти и скади взять, да? Вообще, прикиньте, урса скади. О. Это что такое за медло, типа никого не отпускает. Такой злой. И все, и начинается вот это. Это на самом деле страшно. Так, ну что, друзья, не забыли поставить лайк за прекрасную премьеру. За прекрасную премьеру, за гайд, как говорится. За новый гайд, товарищи. Спасибо всем, кто смотрит, кто поддержит, кто ставит лайк. Отдельный респект, ребятки. Спасибо всем, кто рили годно, так сказать, влияет на развитие канала. На продвижение. Спасибо всем. И душаем дальше.
Душаем дальше. Не знаю, сейчас, возможно, отсосируем, а не душаем будем делать. Но мы попробуем аккуратненько всю эту контору. Сейчас Сильвер уже откатится, если что, инвиз будет. Рошану, пойди, быстро заберем. Рошану. Рошану. Это как пешкой. Идти пешкой, только забирать Рошану. Рошана, типа, это она, женский род, да? Типа, она, женский род. Эй, я твой женский род, и Рошану. Рошану, давай заберем ее женский род. Я. Женский род. Жесть. А этот я его сливаю, бедолага. У него не работает, короче, третий. Я его жесть как крипа просто. Так, ну, Рошану забрали. Погнали на топ фарманем. Жалко, нету типи. Типи. Побежали пешкой. Почти есть скадуи. Со скадуи сыграем, парни. Скадуи, это хорошо. От вивера бы еще какой-нибудь дихлофос купить. Было бы круто. Было бы круто. Оп, бэкстепчик. Поньк. Он мне диффузом все может поснимать. Оверповеры, ультимейты. Все поснимает нафиг. Так, 4000, да, значит? Хорошо. Без башера гейминг тут будет. Хотя это глупо против вивера, да, так собираться? Без башера гейминг называется. Фармим. Если прошлый ур содрался, пока да этот фармит. На скадуи. А Его есть, можно подраться, безусловно. Да, погнали. Я решил, пацаны. Я буду драться. Буду сражаться. Сейчас пацаны доминировали. Вот. Все, наконец-то. Теперь я успокоился. О, Марита. Здравствуйте. А можно промах отключить и быстро вас убить. Спасибо. Виски Цуск. А пойдем с Кадуи покупать. Шишер побежал. Надо, парни, тикать. Тикай с городу. Смотрите, там еще кто-то побежал. Ура, тикат. У него нету вижена никакого. Не увижено никакого пацана этого. Да ты чё? А, гем. Ну так вот оно. Гем, Рики. У меня ульты нету. Ты Криса. Ой-ой-ой. Ну я сгорю, по идее, да? Не надо, не надо. А, да ладно. Вот это сейчас ваг момент, по сути. Жесть. О, сердце аж прихватило. Вообще класс. Не растерялся и подкатил к телочкам. Как говорится. Здравствуйте, девочки. Я хотел бы вам немножко на кофе пригласить. Можно немножко... Ай, хорошо, вы спасибо, вы такие хорошие, а писка дадите мне вот это, извините, лишнего сказал. И вот так вот появился на свет Хиназис. Такая история, ребята. Хорош, инстапа был. Так, курса Скади, погнали. Сильвер Скади, добрый вечер. Сильвер Скади. Можно сделать тут Маднес, но Маднес мы тут делать не будем. По одной понятной причине. Непонятный. Так, у меня есть два слота за 28 минут. Это очень долго, это очень непрактично, но в целом. И что есть, то есть. Что есть, тому рады. Гем забрали, будем с гемом ходить, ребятки. Давайте стакнем и фармим дальше. Сейчас пойдем в лесочек душить. Хорош. Усревич получается у нас такой фермерский. Знаете, такой старый, добрый такой медвежонок, который там курочек пасет. А, потом, что он там еще делает? Трава косить, вот это... Потом в лес пойти, там, манджумани, бегит делят. То есть это вот такой вот у меня сейчас вот медведь. Он такой фермер, знаете, добрый мишка фермер. Там, знаете, такой.
Чисто моя катка в данный момент. Да, о, Рикимару. А что если... О, курочка. А что если... Так, куда пойдешь? А я ж тебе сейчас догоню. У меня мана бесконечная. 2700 хп Урса. Типа Сильвер плюс Скади. Добрый вечер. Да вот тут реки где-то будет проходить. МХ подсказывает, МХ дает. Брат, зря ты мне гем отдал. Гем отдал, теперь будет страдать, дружок. Облегчил, так сказать, ситуацию мне. Облегчил ситуацию. Парнишка. Да убивайте его, он один, вы че? Криса, что ли? О, же есть. Бьем, нажал, побежал. Давайте, поможи бабушке, попробуем сделать. Там рипера нету. Там диффузилы только. Хорош. Сколько там диффузов еще? О, нет! Вот то, вот этого прессинговщика я тут не ожидал увидеть. Перегазовал, не надо было впрягаться. Гем отдали обратно, пацаны, это плохо. Так, 2400 золотых. Что next там будем собирать, вопрос. Главное весело проводить катку, да? Так, гем. У него диффуза все кончились. Я, если честно, думал, что я спокойно сейчас уйду. Может, блин, манту еще до кучи сделать? Давайте манту сделаем, типа будем диспелить. Почему нет? Диспелить будем. Диспелить. Давайте манту сделаем. А как без башера, да, играть, казалось бы? Но мартретку я контрю с помощью сильвера, это понятно. Сейчас сделаем манту. Манту, и можно молнии еще тут сделать какую-нибудь. Некр, смотрите, форсик купил. Так, Рикимару, конечно же, Криса. Криса Рикимару забрал обратно гем. Эх, и рагби. Рагби, хиназби. Что там? Диффузил блейд второй берет у нас. Шишир, шишир второй диффуз взял. Он специально взял против меня. У нас тут два героя, которые контрятся диффузами. Это Хускар, у которого Inner Vitality будет накидываться. И, конечно же, Урса, у которой, так сказать, будет нажиматься ультимейт. И Overpower тоже также будет сниматься. Поэтому Хускар станет уязвимее. У меня геройчик уязвимее. Вот этот Сатаник тоже. А, Тараска. Неплохо. Мне кажется, лучше Сатаник, чем Тараска. Не так ли, ребят? Мне кажется, лучше Сатаник заходит. Вот сейчас просто драться, да? Не умрет, мне кажется, с рипера. Жесть, там такой резист у него. Ща хрен умрешь. Жесть, там ребята дерутся. Там у Рики, по идее, гем, да, опять? Нету гема. Окей. Брат, вот так сделаем. Это плохо. Это плохо. Good life. Побежали, побегаем, брат. Одни крысы, говорит. Я сейчас очень быстрый. Че там? Ну нету гема, да? Только гем у кого? По-моему, у кого-то типа Тиник гем, что ли. Да, у Тиника гем, все, я вижу. Будем знать. Надо дасты взять, парни. ТП-шку надо дропнуть, надо взять дасты. Тиник гем. Хорошо. Отлично. Еще бы что-нибудь, знаете, вот надо бы... Я вот чувствую прям, как будто молния тут нужна, знаете, прям вот залазить в драку и бич-бич-бич-бич. Ну, сейчас манту, после манты молнию. И МКБ-ху, скорее всего, все равно сделаем. Ну, такой Урса тоже прикольный, мне нравится. Он такой вроде мобильный и дамаги много. Интересно таким Урса играть. Что-то новенькое, так сказать. Ну, забытая старая, на самом деле. Без баша, конечно, такое, но за медлом пользуемся, ребят. За медло. За подло. За подло. Эти дасты. А кто-то куру послал, кстати, наверх, она так и висит. Ну, на самом деле, то есть, вообще я ее туда послал, но просто до меня кто-то ее туда слал. Я выложил яшку, подобрал что-то там такое, я отправил ее обратно. Куру. Получается так, что как будто я виноват, что кура там висит. Бедолага. Дасты есть. Пятером. Так, 1600. Го.
Вот, скоро Роша будет сыроек. Роша сыроек скоро будет. Тинник вон он. 500 голд, говорит парень. Так будет фармить еще. Че нам, пацанам? Че они пофармят? 140 урона, кстати, у меня хорошо. Прикольно, ваги тоже собираешь урсу. Он так сам по себе ловкач. И что-то покупаешь такое среднестатистическое. У тебя персонаж становится, ну, более таким серьезненьким. Так, урса. Урса у нас видит цель. Видит тиника. Ага. Можно будет попробовать сейчас так на характере. А вдруг он в магазин еще пойдет? Ля, забашился. Иди сюда. Это невозможно. Если бы, кстати, сейчас ударил, скорее всего, я бы не отпустил. Уже, ну видите, в башу шел сразу. Не ударил, пассивку не выключил уже, все. Надо уходить, парни. МХ подсказывает, что надо бежать отсюда. Мое мысленное МХ подсказывает, что надо отсюда бегит делать. У меня почти маента есть, да. Купим ресипи. Маента. Маента почти есть. Так. Го. Мне ДД. Нет, мне ДД. Ты ее ультом снимешь. Плюс еще руна. Ну, руна, кстати, я на этом. На АФК забрал, так бы руна. Руна обдиспелилась. Обдиспелилась. Сыр. Помните, как сыр телепортировать, да? Нем. Бип. Че, мы пойдем то по ванвей, да? Ничего себе. У меня манта есть еще до кучи. Ванвеем тупо мид. Глиф очень сильно топ. Топ-табор у нас сильно сейчас пострадает. Ничего страшного. Хорош. Вот это у меня затар. Страшно, врубай. Вырубай. Фильм закончился. Страшный фильм. Просто можем сейчас ХГ зайти и задушить, и все. ХГ зайти и задушить. Мне кажется, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И пошло дело. Тараканоидов сразу снимаем. Ты шо? Если, кстати, накатится. Накат. Накат. Накатится, килл любого сделаем. Ладно, Егис в тэшку, да? Клэпчик. О, закайтил. Это микро такой, микроконтроль сейчас был, закайтил. Ох ты. Ох ты, ети, рак. Прикинь, да? Как я вивера убил. Закайтил так красиво. Ломаем, парни. Потому что там реки еще. Реки под ногами. Хорошо. Жирный урса получается, очень жирный, пассажирный. Все, уходим, парни. Просто. Просто уходим. Очень жирный. Хорош, этого тоже не отпустим. Стопроцентное замедло просто тупо. Эй. Вы еще играть. О. Отключи ему пассивку. Хорош. А чё гем так криво выпал? Прикиньте. Я думаю, чё так... А давайте сейчас кура будет по-любому полетит. Типа гем мы забыли, и кура прилетит сюда. Кура прилетит. Кура прилетит. Или не полетит. Ля, кресиная кура. Побежали Мариту убивать. Таракашка тут еще. Не, с таракашкой. Не, Б. Бью. Го Б. Брат, Б. Го Б, нафиг. Хорош. Он стрял там уже, ну, дерется. Я не буду поможи делать. Поможи не буду делать. Так, Сканди, хорошо.
Мортредка там горит. Сейчас сгорит. Крит какой жесткий. Блин, такие катки на самом деле намного приятнее играть. Она такая, знаете, Урса, куда? Чат, брат. Китай, брат. Брат. Брат, не обижайся, брат. Брат. Спамил. Спамил, брат. Хорошо. Давай, 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 рещи. Динозоверы. Ну, этих не отвезти уже. Времени надо дольше. Так, масочка, да? Масочку надеваем. Рикимару надеваем. 6 секунд. О, вардецкий. МКБ там. МКБ. Парень собирается брать. Я сейчас лес пойду ганга идти делать. Нажимаем овер-повер и погнали. Ганга идти. Сейчас какой-нибудь Рикимару или Мартредка фармит, наверное. Ну, уже, наверное, ушли в ХГ. Маловероятно, что тут кого-то встречу. Да. Так, 4500 золотых. ГМ надо кинуть. ГМ. Молниеносную сделаем, наверное. Давайте молнию. Молниеносную. Изитсин. Кайф, мана не кончается, можно клепать. Монокосты небольшие, по 75 маны, но Урса такой, он глупенький, 52 интеллектуальных у него. Держи. 52 интеллектуальных у него. Поэтому как бы... Так, курочка уже ждет, да? Золотишко надо теперь. Я не буду тут сильно втанковывать. А егисов нету. Хорош. Заходим просто, ломаем. Вы посмотрите на это зверство. Хорош. Так, мне нужен артефакт, пацаны. Я не буду там драться. Пусть пацаны дерутся. Я отойду, пусть ХГ ломает. Просто отдают ХГ, пацаны. Вивер на вставочку сделал, все, дальше не будет играть. Вивер такой сидит уже, отдыхает. Вы знаете, там телка у него под столом, короче, там работает. Там кубинские сигары, знаете, Вивер. Когда сделал ультракил, такой, знаете, на расслабоне, на чили. Так, ну получается такой билд, да, еще масочку как-то проапгрейдить. Для красоты. Для красоты. Но тут, я не знаю, сатаник. Да что-нибудь еще такое, знаете, лютое. Что-нибудь тараску типа какой-нибудь. Тараску какую-нибудь. Жесть, вот это у меня тут напалм на АС. Время 10:25. 10:25. А, вот она что, Некролайт МХ. О, это ж подписчик. На все подписчики у меня мапхак. Обознался, сори, сору не узнал. Сору не узнал. Сору не узнал. Сору не узнал. Самая ржачная фраза 90-х. Пацаны, что, в НВМ собрались? Ну, типа, без драк вообще неинтересно. Где, что, вы будете драться? Не хотят драться? Шарды хочу взять вместо маски. Хотя бы шард для пущей картины. Драться, выходи, что за дела. 500 золота надо. Чего, Алиц Гуд, не Нордун? Понимаю. Надо все синие слоты сделать. Блин, надо дофармливать. 500, 3500 надо. Пацаны, будут дефицит? Там так, 3000, еще 500 золотых надо. Манту ни разу. А, манту один раз нажал, деспуль закатить. Дайте чуть. До фарм. Пацаны даже дефицит хотят. Скоро очень много. Очень много. Так, ну сейчас шард купим. Хорош. Есть. Масочку надевайте, пожалуйста. Оп. Имеется. Сейчас пойдем додушивать.
Вот такой у нас билд получается, пацаны. Ой-я, посмотрите на это. Это просто, что за синева? Это называется голубая луна. Билд называется. Все, погнали, сейчас покажем, где раки зимуют. Погнали. Прессинговочка пошла лютая. Ну, молнию я себе не бафал, потому что нет смысла, в принципе. Опа, тычечку даешь. Молния вылетела, поэтому не замедлила. Жаль, что Ти не нытик говорит. А чё, кого убиват? Он умирает. Дайте убить кого-нибудь. Я не знаю, без боя пацаны отдали эту катку, на самом деле. Еще середина игры была интересная, но... Только ради билда, так сказать, катку эту заливать. Что такое билд есть, типа был, знаете. Жесть. Но ребята в команде, нужно дать должное, очень хорошо сыграть. Жалко, не было такой жесткой оппозиции, да, тут? Вначале подушили пацаны, потом расслабились, и все уже. То есть, ну, как-то хз. Сугубо мое мнение, пацаны немножко не доиграли. Кара, посмотрите, откуда такие артефакты? Может, у него голдхак какой-то? GG. Но, тем не менее, ребят, не знаю, такая, получился фермерский урса. Жалко, что не показал максимально лютый потенциал с этим билдом. Очень обидно, на самом деле, но... В целом могу отметить, что там Вивер молодец, хорошо сыграл. Но катка максимально пассивная, не знаю, почему они так ХГ поотдавали. И в целом, ну да ладно, этот билд засчитан. Окей, пусть такой пусть такой урса тоже будет. Не считая того, что как-то, ну знаете, все равно не реализовали эти артефакты, не показали всю мощь. Но ничего страшного. Некстовая катка будет у нас крайняя, некстовая катка будет очень интересная. И я уже заготовил для вас эту каточку, ребятки, поэтому... Надеюсь, она вам понравится. Поехали. Так, ну что, друзья. Крайняя каточка у нас загрузилась. Сейчас будет урса лесной болван. Да. Урса лес. Лес. Вот так вот делаем. Я, короче, не знал, делать эту катку или не делать. Ну, не знаю до сих пор, делать ли это или нет. Делать ли эту катку через лес, но все-таки решил запилить такую катку лесную, чтобы можно было, так сказать, подзадушить. Подзадушить. Пацаны, пацанов сразу поставил в известность, что я пойду лес. Все будет хорошо. Мидер у нас есть, отлично. В общем, что по лесу? Что по лесу? Берем, конечно же, щиток, тангусы, пилочку, и потом, возможно, дофармим мы... Ух, нифига себе, что там выпирает-то, ничего себе. И дофармим Сбил меня парень опять вот это. Не люблю, когда пытаешься что-то рассказывать на публику здесь, на аудитории, когда что-то пишет и немного запутываешься. Так вот, топорик брать не будем, щиток-топорик. Возьмем сначала щиток, возьмем тангус и хилку и пойдем долбить. Начнем со слабых кемпов, перейдем чуть посильнее и так и будем выфармливать. Так что я надеюсь, понравится. Возьмем сразу масочку. И через масочку уже пойдем душить. А там уже как пойдет, пацаны. Как пойдет. В общем. Надеюсь, эта катка будет интересна. Я мид. Там пацан написал, что он мид идет на урсе. Этот парень такой вставляет свою палку в колесо. Я мид. Зебе кюлир. О, это пацан на тускаре был. Просто катки. Зебе кюлир. Утревич, поехали. 195. Ревич. Ахень. Ахень. Сейчас он будет за мной, наверное, бегать всю игру. Уасно. Ахен. Уасно. Че возьмет, интересно? Тини, наверное, кого-нибудь возьмет на победку. А, Тини нету, бары нету, инвока нету. А че брать? Блин, героев нету. А что, брат, я не понимаю, да? Такой, значит, а что, брат? Тини нету. Вот это прикольная самая тема, когда, знаете... У некоторых пул героев, там 2-3 героя у пацанов. И напряжно иногда некоторые не знают, что брать. Тини бару забанят и все таки. Тирак. Я не буду отжимать. Типа пусть. Подумали. Такой, вот взяли. Мурлока взял. Когда они забанили Сларка, самую грязь, какую можно взять, взяли. Это хрена, надо победить, говорит. Ладно. У тебя какой ник синий на стриме? Синий? Нету ник. Хорош, Сларк это плохо. Но Башер надо поделать. Башер.
Нету ник, напишем. Нету ник. Тангусов 8, мы погнали. Так, сларки, значит, да. У нас, если честно, вся катка криповая такая, да? Криповая катка получается. Так, курочку взяли, ну, посмотрим. Дадим бой, наверное, хороший. Катка через БФ, да. Блин, тут столько билдов, и все билды не перекликать. Вот через Скайди сыграл, потом Радиенс сыграл, Радиенс, Хекс, Башер. Чисто такой контроль билд. Потом надо сыграть еще Октаринового Урсу, БФного Урсу. Блин, столько каток, но я не могу все эти катки впихнуть в один гайд. А отдельно писать не вижу смысла, потому что ребята все равно как бы не смотрят особо эти видосы. Есть кто смотрит, есть кто не смотрит. То есть как бы смысл такой... О, таракашки, давай фармить. Раз, два, три, четыре. Опа, хорош. Опа, зомбизи там бизи. Хорош. Вот этого пацана, гоу. А почему тычка не дал? Блочит. Хелпани, брат. Хилочка сюда. Хорош. Там таракашки будут. Вот если бы чуть-чуть получше сейчас отыграли. Блин, слушайте, а получается я не иду лес. Потому что у нас пустой лайн на топе, да? Сларка заберет? Не забрал, прикинь. Не забрал Сларка. Хорош, таракана зато забрали. Забрали. Так, подстакиваем, чтобы легче восхитить было. Я лес. Говорит, ну, типа, зомбику точно этот фарм не нужен. Давайте топор возьмем. Потому что я тут не буду подстакивать. Давайте фарм. Фарм контору делать. Ну, ему там солринг надо. Солринг. Оп. Хорош. Суету наводить хочу. Погнали. Суета навести охота. Оп, хорош. О, таракашкин пришел. Мистер Таракан. Че, будете убивать меня, да? Печалька. Я остался без экспы и без золота. Найс отвод, да? Но зато крипа выровнял. Крипа выровнял. Дедок еще пришел один. Опять стою Вест Вивера на лайне. Немножко тяжело, еще и Гирыч. С гиролетом тоже тяжело стоять. Но мы сейчас, я так понимаю, чуть пофармим. У меня 6 тангусов было, 5 осталось. Я так понимаю, сейчас пофармим им. Лесочек, добрый вечер. Блин, вот зря ты вот так тычканул. Вот. И я тоже зря, по сути. Ну, надо учитывать всегда маневры тиммейтов, чтобы если что, зафармливать удачнее. Ля, прям вот мне, ко мне какая-то у них прям ненависть. Вы просто посмотрите на это. Это жесть какая-то. А мне прям какая-то ненависть. Погнали. Эти замедло возьмем, да? Рис, что делать, монстр? Сейчас бы сапожок, да? Ай, не. Замедло взял я. Какая-то ненависть у них ко мне, прям такая хейт. Но там, видимо, кто-то прожужжал уши, что там стример, надо гангать, и вот это начинается. Я поэтому не люблю никого пускать, кто знает мой никнейм, там образно, да? Чтобы не вот это, не рассираловку вот эту не устраивать. Господи. Заходи в инвиз. Ну, у тебя же есть кнопки. Кнопки есть же. Нажми. Ладно, этот тоже сдох. Ну, не захотел. На зомби. Ну, в принципе, по его ласхиту понятно, что он будет мне пытаться руинить, палки в колеса запихивать. Ну, ничего страшного. Может, ошибся, может, там сопли кушал, там в носу ковыряется такое, знаете, типа, думает там, а, Урса справится сам, можно не париться. Ну, лайн такой, отвратительный.
Меня прям тут недолюбливают максимально. Посмотри прям, что делают. Вот это плохо очень. Это плохо максимально. Не знаю, что я тут прогрыз. Попытался. Насмотрелся мувиков, как говорится. Жесть, они прям так в наглую ныряют. Карма вообще нету, опять ракету ставит. Прям все в меня дается. А вот это чисто называется, вот эта катка висит. Сейчас в лес пойдем нафиг. Типа, серьезно, пусть зомби соло стоит, да? Я стою тут, я в напряге. Я даже, в принципе, не набиваю ничего. Я стою просто, короче, на XP. Еще и крипов не добиваю. Все, сейчас пятый, погнали. Лес. Лина пришла пофармить. Братка. Най, спасибо, Виверу все отдала, да? Красава. И этого тоже Виверу. О, круто. Ладно. Да я ушел в лес, пусть зомби соло стоит. Жалко, маску не выфармил. Маску жалко, не выфармил. Опа. По чуть фармить будем аккуратненько. Пусть зомби потеет. Лайн слитый, не знаю, пацаны просто душат. Душиловка. Оп. Хорош. Вот так делай, да? Нормально будет. На Урсе лесочек тоже по кайфу. Третий вкачали, побежали. Хорошо. О, Сларка фидит, да? Сларка фидит. Не знаю, почему переключился так. На базу пойдем, смотрите, нету никого на лайне. Пошли Урсу искать, да? Go. Шестая минута, Рошана я вряд ли заберу. Мне кажется. Рошана вряд ли заберу. Что-то подсказывает, что не заберу. Могу забрать, если смока возьму. О, зомбили там, овнят. Давайте смог попробуем взять, попробуем в наглую пойти. Роша забрать. Хилочек есть, все есть вроде. Только единственное, овер-повер в троечку. Может быть плохо. Это плохо. Овер-повер в троечку. Так, успеваем. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Успеваю, хорошо. Пойдет. У нас так ведь будет очень тяжело. Очень тяжело. Так, внизу вроде все стоит спокойно. По идее, сейчас перехил уже будет. Да, уже перехил. Хорошо. Вивер бежит на Рошу. Софт включил. А, нет. Хорош. Алина. Давай, давай, давай. Работаем. Хорош. Опа. Качали. Смотри, смотри, смотри. Уходит как. Души его. Так, что собираем? Конечно же, тут у нас особенький билд будет. Не знаю, какой пока. Если честно, знаю, но какой из них выбрать, я, если честно, не в курсе, ребят. То есть я уже говорил ранее, если через Кади мы сыграли, там остается Октариновый Урса, по сути. Либо МС Урса, тупо, знаете, там Сия, Тревела, Юл и тупо, ну, такой билд. Знаете, ну, чтобы чисто добегать и бить, и как крыса, и все. Давайте такой сделаем. Такой сделаем. Почему нет? Такой сделаем, давайте. Так, свайпы. Оу. Хоста, неплохо. Хоста, неплохо. Оу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, братец. Хорош. Хиляй себя, друг. Друг, любитель подруг. Да ладно, я так и не хотел уль жать. Не хотел уль жать. Смотри, вон он, да? Так не хотел уль жать, а надо было жать. Я не знаю, какая у него раскачка. Может, на Шукучи максит. На Вивере. Кто его знает.
Пойдет, первый порожочек реализовали. Первое, что купим, это дагер. Через дагер будем гангать. И давайте, наверное, МС билд. Все-таки МС билд сделаем. Через МС, не октариновый билд. Может, там октарин докупим. Посмотрим такое. Ну, МС билд в любом случае. Будет тоже прикольно. Первое, что купим, это дагерочек. Так как я с изи линии очень медленно выфармливался, но за счет Рошана левел я очень быстро поднял. Хорошо. Главное, Рошу не забывайте душить. Почаще. Вивер там. Неприятный, конечно. Хорош. Почти до герочек имеем. Леночка на низ пришла. Видели, что, кура полетела, что ли? Кто-то тут ходит. Крысиные курьеры. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нафидить не хотите ли? Та-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это, знаете, песенка. Или тревела сделать, да? Во-во-во-во, гирыч там, точняк. Все, погнали. Тушить. Погнали. И фенех еще. Еще и фенех. Опа. Фидок пошел. В принципе, если есть сейчас на дагер, почему бы не дагер не купить, да? Если есть на дагерочек, надо дагер покупать. Опа, кто еще пришел? Рудге. Рудге пришел. Рудге пришел. Ну, надо уходить отсюда. Ну, а это ты не ожидал, да? Давайте драться уже будем. Потому что у меня Аега есть еще. Еще Аега есть. О, Сларк пришел. У меня дагер будет КД. Опа, а я яйцо сбиваю, кстати. Брат, давай, стан. Стан надо было давать, ты че? Астан! Ой, руинер! Он мог стан дать, я специально даже подумал, но сейчас подтяну, он стан, просто надо было стана начинать. Опять-таки, я тоже пуджа бил, да, видите, он подумал, что я буду бить пуджа до конца, а я подумал, что он сейчас подойдет до стана и я отойду. Но это самое оптимальное было для того, чтобы я выжил. Понимаете? Поэтому я так подумал. А он, наверное, о, фражочки, сейчас заберу, но он пуджа побьет, я драгонслейвом застилю, а дальше все получится, да, типа... Во-во-во, давай-давай, даблкил делай. Ой, не делай, доверкил, делай доверкил. Ларка задушил. Ой, стан. Никакие драгонслейвы, станом тут надо душить. Что у меня по раскачке? Умер, кстати, он. Умер на линии парень. Печалька. Умер на линии парень. Так, ну что, гоу, поможи делать бабушке. Поможи бабушке делать. Оу, oh, ноу, no, говорит. Я бегу. Оп. Такой урса прыгает. Такой, знаете, красиво. Люблю такой момент. Так, ну у меня есть клака. Клавака. Хорошо. Сларки в меду бегают. Го, на ульт разводить. О, ничего себе. Ай, ну протаймят. Вот так давайте делать, да? Они как будто с инвиза оба вышли, да? Этот появился, этот тоже появился. Все, что делать? Надо варды ставить, сапа нету. Почему варды не ставят, я не понимаю. Очень странно. Ну, надо будет. Придется поставить сейчас пар. Так, Феникса я не убиваю. Он, типа, улетает смело. Яйцо я собью. Не проблема. Яйцо я собью. Да, Пельсей, вард хельп, говорит. Так ты ни одного варда не поставил, друг. Я, кстати, сейчас сдох тупо из-за вардов, по факту. Потому что меня встретили, протаймили, просто постану и я там... Ничего даже не смогли сделать. Говардится. Хз. Ладно, ничего страшного, этот фит. Что я могу сделать, если так вот получается, да? Рак. Вот и все. Да дай поставить, что ты дрочишься. Погнали фармить. 1300. Хочется тревел купить. Тревела.
сразу с тревелами заигрываться. Чтобы можно было команде помогать независимо от моментов. Там раз, вот сейчас вот на низ, хоп, а я уже на низу, да, вот этим и хороши тревелы. Сейчас пойдем мид сломаем. Ларк там. С Ларка можно сломать, пойти. С Ларка можно сломать. Ну, это тревел. Так, есть тревел, хорошо. И ульчик хорошо тоже зашел бы ракетку кайтить. Феникс он завардил, видели? Завардил. Даггер сбил, ясно. Я думал, быстренько так нажму, не успел. Сбил меня все. Вот так вот. Так, есть. Ну, я на базу сейчас пешком. ТКД давайте сольем быстренько. Хорошо. Погнали. Ну, на базу и погнали по чуть. Так, МС билд. МС билд будем делать. Вообще тут подразумевает маднес собирать в этом МС билде. Потому что, как бы, ну, дополнительно фиксированный МС какой-то надо. Ну, не знаю. Так, вот так делаем. Опа. Ну, осуждаю Пуджа. Максимально осуждаю за такое действие. Но не хвард, это сейчас стоит. Хорош. За крипов прячемся. Отлично. Отлично. Хорош. Я не потяну, у меня не хватит дэмэджа. Чейз Ларк со спины. Ну, 5 героев, 5 внизу. Жалко, у меня фьюри кончились, я бы сбил. Ой-ой-ой, ес, вообще что-то ракообразный какой-то. Где мидер наш? Мидер, помогай. Ракообразный ес. Что за дела? Почему они все толпой убивают? У нас нету никого. Печалька. 7 на 4 играю. Ну, извините, как получается на данной игре, потому что оппоненты слаженно играют ей. Так, 14 левел, у меня левел выше, чем у мидера. Ну, за счет Роши, но не суть. Берем. Давайте Маднес, пофиг. Пофиг, Маднес берем, ребятки. Маднес, МС билд, Маднес берем. Он без маны идет гангать. У тебя маны нету, куда ты идешь? Жесть, прикиньте, парень какой. На линии отчаянный вообще. Тут вар стоит. Опс. Сларк в лейтгейме будет напрягать. Да и Вивер тоже будет напрягать. Дамага как-никак от него идет. Топорик продаем. Берем досты. Пошел туда. Быстро постараемся забрать. Уж, наверное, придет, сейчас выхукивать будет. Вард стоит, я сейчас... Я так глупо сейчас делаю, но я надеюсь на характере успею быстро забрать. До выхода пуджей всяких. Давай-давай. Хорош. Да хорош, не мороси. Да, одну тычку дай нам, да? Одну тычку. Есть, фиссуру можно, брат? Как же долго он эту фиссуру думал давать, да? О, бейте. Если бы я сразу фиссуру дал, было бы намного круче. Было бы намного круче. Гоу, МС билда, не блочь меня. Гасты. Диффузиал надо будет брать в этом билде. Хорош. Вивер на топе.
Геру еще шел, да? Диффузиал надо брать в этом билде. Жестко, конечно. Башер бы тоже хорошо было бы. Блин, как тут кайфно было бы, да, баш сделать? Давайте баш сделаем. А там уже будем все остальное делать. Тяжело как-то, да, получается? Вон он побежал. Ракашка. Осуждаю. Давай это без фида. Ладно. Фид так фид. Там лотар на сларке уже. Все, начинается веселуха. По вардам проиграем, по любым. Я не буду тут вардить за них, за ребяток. Не очень хотелось бы вардить за ребят. Но башер надо, в любом случае. Диффузил, башер. Это мой билд. Диффуз, баш и МСы какие-то лютые. Раз по красоте. Так, у меня кончились эти, как их там? Дасты. Эти, как их там? Гоу. Хорошо. Дасты этих, как их там? Я не буду его пытаться забирать. О, успел тычку дать. Но это бред. О, жесть. Ничего не можем сделать, да? Зомби еще. Ладно, я пытаюсь как могу тут. Тут проблема, сларк неуязвимый будет. Вивер неуязвимый. Сапа нету. У нас сапа нет. Джим. Сапа нету. Сапа нету, к сожалению. Я еще и маднес сделал. Жалко, я не успел. Я бы сейчас, блин, канулся сюда, забрал бы Гирыча, но как бы я все равно бы умер, но забрал бы. О, он вообще потерялся, да? Но вчетвером тяжело будет. Тяжело будет, еще и саппорта нету. Самая проблема, это сейчас дасты. Ну, вообще сентри нужны здесь. Здесь не нужны дасты, нужен башер в сентри. И перебивать пытаться. И нужен... Диффуз, срочно. Там два героя уже купили по ГОСТу. Просто как будто... Ну, я единственный тут, кто урон, по сути, вношу, да? Поэтому и взяли ГОСТы. Взяли. Ну, кикнем его. Просто кикнем и забыли. Кикнули и забыли. Все равно он особо ничего не делает. Саппорт дела он никакие не делает. Вообще никакие. Ничего страшного, попробуем сами поиграть. Гокик. Он, видимо, с концами залагал. Го-го-го-го-го-го-го, кикайте его нафиг. Что там у него? Soul, худ. Не продавать ничего. Не надо продавать. Заберите худ. Худ заберите. Дайте питлорду худ. Господи. Не надо продавать. Худ, все, есть, нормально. Да кто, зомбику? Да зачем? Не надо продавать. Худ. Худ. Дайте биту. Алло. Зачем кому-то? Что вы дрочите этого курьера, бедолагу? Дайте худ питлорду. Кто вот это делает? Лина себе забрала, да? И продаст, небось, сейчас. Но это жесть. Это жестко, парни. Так, ну они нанизу сейчас все будут толпой, да, наверное? Толпой, наверное, это плохо будет. Надо плюсик. О, oh, shit. I'm sorry. Я умер тут смело. Go. Пул варды сюда. Заноси. Сейчас сейчас заваржу. Все. Надо вардить тут. Все надо. Убивайте его, голодню. Так, вивер минус, хорошо. Давай. Разбираем. Отлично. Сейчас придется завариживать, парни. Очень грязная игра, очень грязная. Урса с изилайна. Много контроля особо. Не подушишься тут. Хорош.
На характере, на характере. Там Сларк, что там? Лотар, Даггер. Ну, лотарный. Если честно, Даггер на лотарный Сларк меня никогда не пугал. Самое, знаете, неприятное, это лотар и что-то типа Блэк Кинг Бара он начнет делать. Вот это уже неприятно. Так, я сейчас буду вардить обсервы сентри и погнали. Это никогда не было проблемой. Прыгаешь в него, душишь. У него 20 минут, у него по сути ничего нету. Там вивер что-то делает, и за счет зомби, зомби на лайне оставил, я зомби начал фидить по КД. Можно же было задушивать, у него раскачка какая-то дикеевая, да? Дикей. Раскачка, го, вот так вот. Делай контору. Хорош. Как крипочка. Башер вылетел, до свидания. Руну берешь, хорошо. Руну берешь, хорошо. У меня нет ульты на него прыгать, к сожалению. У него БМ. Барт. Просуйся. Ух, не достал. Хорошо. Так, пойдет. Дальше БКБ-ху пойдет. Все по гасту взяли. Это жестко. Суицид. Осуждаю. Еще и Гиро идет. Я не пойду так. А кого ракетница летит? Я не буду прыгать туда. Колодец в этот. Надо бежать. О, ну а где вы? Где еще? Ну, не хватает народу вообще максимально. У них тимфайт еще такой. Они дерутся. Вивер раздамаживает. Лина с худым сапогом. Эх, ну видимо тут не судьба победить будет. Не судьба. Не судьба. Лина, все, до Талова побежит. Будет фидить, ей пофиг. Давай, Лина, давай. Молодец. Хорош. Классно играешь. Классно играешь, дружок. ПКБ-ха тут как бы надо еще. КЗ. Столько надо, а почему я только думаю, да, что надо? Надо дефуз, надо БКБ мне. А жалко, что никто другой ничего не думает, да? Прикольно. Ладно, ничего страшного. Лузанем так лузанем. Давно, кстати, на Урсе не проигрывал. Давно. Вивер вообще, ну крип, 1000 хп, 70 маны. Господи, я вас умоляю. Зачем вы его ведете сюда, этого на зомби? Хоть силу сосите-то, что ли? Силу-то хоть сосите. Осуждаю. Максималити осуждения. Урса такой, как новогодняя елка. Новогодняя елочка. Я не знаю, первым, наверное, диффуз сделать, чтобы... Да нет, тут БКБ надо делать, парни. Какой диффуз? БКБ хаферстом нужно. БКБ хаферстом нужно. На руну сейчас пойдет, парень. Рощ вишоль. Я понимаю, что рощ вишоль. Ну и что мне сделать? Рощ бежат. Я Феникса хотел убить. Рощ вишоль, говорит. Там вон Сларк вишоль. Сларк вишоль. Он там стоит. Парняга. Поджидает. Они крошану сейчас все сюда стянутся. Надо БКБ-ху какую-то. Сначала. Пусть чекает. Он что, не видит, что у него пассивка не работает? Тише. Странный какой-то. Странный парень. Поможи давай бабушке.
Варды, забери. Уза. Вот. Так, Аегис, сыр. Сбип. Что там, БКБ есть, да? Стики в помойку, давайте мангус возьмем. Чтоб можно было сейчас пофайтиться. Так, есть. Абисолович. ВМС, походу, не получится. Собираться, да? Но дефуз надо тут. Тут такой билд получится пащерский, да? Образно. Затащить, чтобы катку. Эх, хорош. Главное подбадривать команду, что они хорошо играют. Лину подбадривать, чтобы хорошо играл. Так, есть у меня Black King Bar. ВМС не получается, сейчас Abyssal сделаем. Abyssal сделаем. На меду Вивер. Вивера через Abyssal можно вообще изи контрить. Так, драка начинается, да? Оу. Пятеро их, да? Вообще круто было бы Феникса законтрить. Офигенно было бы. Так, центриков тут нету. Центры упали. О. Ну, это печально. Гасты понажимали. Ой, ну как же долго, жесть. Прикиньте, сейчас бы как он накрыл. Столько байта на себя собрал. Бред. По тотальным бред. По тотал бред. Ужас. Слабо. Очень слабо. МХ, там вард стоит, какой МХ. Так, где мои варды? Я пойду Т2. Да, слабовато, да, ребят? Драка очень слабенькая получилась. Можно было выиграть эту драку, но мы проиграли ее. По сути. То есть мы ничего не зафармим. Пацаны порезали. Сларк живой, все живые. Чалька. Чалька. Наверное, next Abyssal попробую. Не получится тут в билд МСовый. Тут нужно катку пытаться выиграть, а то не хочется сливать ее. Не хочется ее сливать. Оп, сюда. У меня 600 маны всего. Маднесовский. Усевич. Маднесовский. Тревел взял. Варды надо. Там Феникс делает радик. О-о-о. Так, есть. Вот этого пацана отведи же, он вместе с тобой полетит сейчас. Так, это есть. Завардиться надо. Таракан большой там. Там большой таракан. Абиссал, этого таракана не будет, пока у него линки нет. Но до Абиссала мне копейки остались. Тут единственная проблема это то, что нужно под завардиться пойти. Как бы тут такое дело. Вообще тут, блин, и диффуз надо бы, да? Диффузил вообще офигенно зашел. Там три гаста. Там спокойно можно любого убивать. Гостинцы. Снимаешь? Гостинцы снял, побежал. О, добрый вечер. Я лагаю. Пацаны, не убивайте. Давайте диффузил сделаем. Диффузил, парни. Узел надо. Абиссал подождет, диффузил. Чтобы убивать. БКБ есть, диффуза не хватит, да? Сейчас хватит. Отлично. Юзнула.
Крис Аналини Курурьюзы. Киес там прыгает. Но только не Хаслэм его, пожалуйста. Эхо на драку оставь, брат. Приехавший Урс. Урса. Не Урса, а ЕС. Го вот этого пацана. Мне кажется, изи разберем его. Только Лине надо простанить эту всю контору. А че стоит, курочка? Ля, ты что, СМХ что ли? Она, ну походу чел кривой, но СМХ. Видели? Я пошел туда на чек, смотри. Зачем, зачем Юл этот? Вниз успеет уйти. Вверх пойдет, да? Вниз идет. Смотри, она софт там. А это МХ. Это МХ. У не, ну, он слабый, слабый очень по микре, но МХ у него есть. Типа макро, видите, убивает. Круто. 2 на 5 будем сейчас драться, 2 на 4. В драке. Пожалуйста. Так, минус 1 сделали. Дефус имеем, практикуем. Можно будет сейчас душить. Смотри, 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 что происходит. Жалко, детекшена не будет. Если я сейчас даже образно ТП сделаю, мы все равно его не заберем. Стой. А, хорош. О, БКБ не успел нажимать. Хорош. Скорее всего. Да. Лина, скорее всего, да, СМХ. Может там такое. Жесть, я что-то так кнопками сейчас. Но БКБ я так и не стал жать, у меня ультимейт есть. Если честно, в голове были мыслительные процессы. Нажимать ли мне БКБ или нажать просто ультиматив. Конечно же, ультимейт быстрее кдшится, и это лучше, чем БКБ. БКБшку один раз я всего юзал. Так, побежали, поможи бабушке делать. Побежали, 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 ребятка. Хорош. Напрягаем оверповер. Ларк байбэк. Прямиком байбэк наверх. Даже не будем кнопку жать. Я не могу, блин, кануться из-за тараканов. О, все ясно. Все ясно с тобой, Сларки. Все ясно с тобой. Да что у меня герой не прыгает? Гоу. Где ты? Хорош. О, у меня еще БКБ, если что. Жми ульту. Давай, брат. Тычка. Осуждаю. О, я не смогу тут убежать. Где? Кто ушел? Битлорд ушел. Если бы Пит остался, мы бы забрали бы. Он ушел фармить. Ну такое, я того родственник вот этих моментов. Мы можем камбэкнуть, мы сейчас и камбэчим. Но нам нужно слаженно играть и вместе. А Питлор что-то ушел. Вообще тупо все бросил. Ну там просто достаточно было бы фаерсторма. Да и одной тычки. Тяжело такую катку играть, когда, знаете, вот троем, четвером. Печалька. Ладно. 50 секунд, рез. Деф. 50 сек. Меня не будет. Зомбезию выведем. Вот омбу хотя бы поставим. Давай, давай. Оп. Давай, давай. Оп. Двигай телом, отдыхай еще раз. Давай, давай. Оп. Давай, давай. Оп, давай, зомбик, давай.
Эх, ти, рак. Эти, рак. Я не успел, да, брат? Я похилю. Таракашка бекебе нажал. Все, тут надо уходить. 9 секунд, морез. Зомбезия не хватает, да, ребят? Жесть, там скади. ПКБхи. Страшно. А, без сломан. Сларк пришел. Сларк пришел. Ой, хорош. Засолировал его. Хорош есть. О, парни, резче. Вам аег, сыр. Ладау. Ноль даю, брат, смотри. О, резче. 2300, 3200. Мид с пушем. Крипе. Чокс рукс. Гоу-гоу-гоу, резче. Сыра ек. Варды так и не взял, да? Чел на урсе так... Ой, боже, не могу теперь взять. Я того родственник. Не надо мой дагер только брать. Я не могу дагер взять. О, взял, хорош. Сыра ек. Бери. Варды дропни. Ботл выкинь. И варды. Серьезно? Давай в темпе, резче! Ну что ты стоишь? Жесть, но я не могу, с таких ребят горит. Скинь все нафиг. А-а-а. Это жесть просто. Вот что тянул, да? Если бы сейчас Сларк залетел. Прикиньте. Ужас какой-то. Вообще подгорает с таких челов. Уф. Уф, вообще, прям, вообще стоит, просто втупливает. Брать или нет? Бери и погнали. Ботл, чё, вот ботл, 40-я минута, брат, зачем тебе ботл? О, гоу, 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 гоу. Хорош. За крипочка посчитали, пуджан даже гасту не жал. Гоу далее. Пена сбить не могу, кстати. Гирыч. Если что, гирыч сейчас подойдет на расстояние ракеты, я прыгаю. Не бью крипов, лайпну просто. О, вон там Сларк, видели? Сларка видели? Печалька. ХП нету у меня. Не, я не буду бить. Не буду бить. Хорош. Но я, бабушка, убеги, убеги. Но бабушка не убежала. А сейчас сразу... Вот, блин, если бы она сразу лагуну дала, да прикиньте. Как же не хватает чуть-чуть-то мне. Вот просто... Муа, вот, ну просто писи не хватает, чтобы выжить. Жалко, жалко очень. Я прям на таких хп убегал. Таракан душил меня, правда. Пуш там минус 5. Феникс байбек. Жалко я... О, я тоже могу байбек нажать. Гоу. Почему нет? Почему нет? Где я? Почему дагер не юзается? Жесть, у меня каждый раз дагер не юзается. Ужас какой-то. Это минус ты. Хорош. Пуч выхукал, так сказать, в таверну себя. Давай, давай, должны тэшку забрать, я байбек юз. Весь мид должны запушить. Получился у нас не МС билд, а билд просто на то, чтобы затащить. Так и живем. Я умер, да? А нет, еще живу. Хорош. Ну да пуш, плюс. Да, ракета. Ракета на меня летит. Ну, как обычно, в принципе. Я не удивлю. Как обычно. Придется ультимативную жать. Хотя 500 хп у меня. Я живу. Тэшку забрали, да? Отлично. Тут сатаник бы зашел. Тут драться дают. Сатаник бы хорошо зашел. О, на базу. Так, у меня осталось 2 диффузила. Можно апнуть? Давайте сразу апнем. Ох, жесть, вот это у меня чуть инфаркт не схватил, не случился из-за ЕСа. Странный ЕСик, стоит что-то, думает, репу чешет. Ботл выкинь, выкинь ботл, уже не актуально. О, брат, ну ты шо. Вот это, конечно, имба. Ботл уже не актуально. Ларка ничего нету вообще. Я его, по сути, убиваю за Абиссом.
Абиссал убиваю. Вот он с такими хп будет стоять, я прыгаю просто Абиссал. До свидания. И ГГ. Пойди за Абиссал просто. Ультимейт Абиссалович. Го вместе. Внизу. Давайте свою куру возьмем, ребятки. О, куру у меня. О, найс вард. Плохо. Неплохо. Давайте, куру я взял себе лично. Личный курьер, это хорошо. Так, питлорд фармит, да? Какие-то кирасы там, БКБ-хи. О, жесть. Это катка, конечно. Так, это раз. Хорош. Если что, БКБ-ху нажмем. Но тут БКБ в любом случае надо уже жать, да? Хорош. Так. Передислокация нужна. Лины нету. Никого нету, да? Тут уже надо Б. Смело. Надо Б. Да? Говорится, свои. Хорошо, ну плохая драка получилась тем, что там что-то Лину как-то зафокусили. Какой-то бред получился. Кура с вардами висит. Хорошо, давайте еще. Так вот сделаем. Сларк в таверне, это главное. Сларка быстро, я Сларка слил вообще как крипа. БКБ-ха есть, все есть, сейчас кто-то придет, если. За душем диффузелы тоже есть. Тут пушить дальше, походу, не будем. Иллюзия монета, да? Хорошо. Хорош, пиццу брал там. Опс. Эй, ты чё? Таракашка что будет убивать, да, тебя? Или таракашка меня не пробивает? Там линка. А, нет, там скади. Если, кстати, он сейчас подзадержится, я смогу. Блин, молния влетела, как четко, да? Досадно. Прикиньте, мне молния влетела, из-за этого я сейчас... Это иллюзия, наверное, да? То есть, не, регенится очень быстро. Не иллюзия. Ого-го, он. АПК, походу, стоит. Братец. Ты че, на поле боя АПК стоишь? Хе-хе-хе, рак. Ну, чисто рак, да? Поймали рака на речке, да? Ну, почти на речке. Поймали рака в лесу, да? Йоу, еще куру. Жесть. И мангусы нужны, мана нужна, ребят. На драку сейчас мана может не хватить. Одного манга возьмем, 120 мана, почему нет? Вард стоит, все видим. Хорош. Так. Что, сларк в миду? Ждем куру. О, таракашка. Будешь вылазить? О. Хорош. Ну, она софтом играет, вот эта Лина. Не знаю, но тут такая тема. Если я ее сейчас кикну, типа, ну... Блин. Типа, мы проиграем в любом случае. Но играть с МХ я максимально зашкварю. Ну, вот, максимально негативно отношусь к этому. А нафига играть с МХ? Это софт. Варда нету, на топе зато есть. Так, ну, не знаю, в ХГ мы зайдем или нет. Ну, давайте попробуем. Рутгес сейчас встанет. Смываем крип я и все. Не очень хочется тут умирать. Ракетницу собьете? Лина, не хочешь помочь побить ракету? Спасибо. Отлично. Так, пуч там, да? Там все пятером встали. Овер-повер. Напрягаем. Бегаем оверповер и будем действовать. Оверповер напрягли. Я не могу отойти, и крипы зажали, прикиньте.
6. Это опять ракетница летит. Прикинь, да? ЕС эхо слил. Я не могу из-за тараканов двигаться, из-за молнии. Байбек у меня есть, да, если что? Ну, сейчас на развороте поиграемся. Наверное. Или нет? Гоу играться. Хорош. И пусть он не робит. Ля, видели инста? Инста Юла Тлина, она видела, что он там под ногами уже. Я иду поможи делать. Ну, за счет МХ Лины, получается, выиграем, ребят. Ну, я считаю, что это нечестная игра, но она потная. Тупо, ну, вот, ну, я просто даже выложу специально, чтобы вы видели, ну, насколько сейчас все на самом деле плохо в Айкапе. Я сыграл на Урсе, по-моему, 6 игр. Из этих 6 игр где-то, вот, ну, примерно, где-то, наверное, если, ребятки, вот не соврать, 5 100% МХ, вот таких наглых, как эта Лина. Просто вот, вот таких вот наглых МХ, как эта Лина. Это жесть. Я не знаю, что будет дальше с Айкапом, но это, по-моему, уже GG. Потому что это МХ, это 100% МХ, причем такой, знаете, парень сам по себе low skill. Вот тут видели, какой инста-юл был? Даже я и даже, ну, никто не сможет такой инста-юл дать. Это нужно уже заранее. Ну, инста-юл может быть такой, знаете, типа, если он готовился и прокликивал. То есть, так ты кликает, да? Но это значит, что он его заранее видел. Получается так. Есть такое. Тут проблема в этом. Так, Лина с нами не идет, да, могли закончить. Есть такой, да. Лина, у тебя МХ есть? Есть такой, да. Есть такой, да. Чалька. Ему не дан бою с демоном. Да. Да. Да, надо написать. О, дурачки, не понимаете, что вы платформу убиваете? Вот объясните вот этому челу на 9-м слоте, что он убивает платформу. К сожалению. Хорошо. Цира, ек. Ему смешно, ах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 а, пишет. Ай, печалька, ребятки. Можно, знаете, что сейчас? Взять Володьку, как обычно я делаю. Bring it on. Физик. Хорош. Ха-ха-ха, пацаны, смешно. С МХ играет довольный. Первый раз в жизни выигрывает доту. Довольный. Блин, обидно за таких ребят. Ребят, если у вас есть возможность вразумить таких ребяток, блин, парни, вразумите их, пожалуйста. Ну это же жесть. Сори, что делать? Я ульт еще просрал. Я думал, побью. Дай бог вылетит баш. И дальше прообиселим за 4 секунды. Думаю, за 2 овер-повер мы убиваем. Плохо. Сбир, если что, нажмем. Похопаем немного. И сбир нажмем. Похопаем немного и сбир нажмем. Йоу. Какой моднес. Хорош. Дай мне вот это, пожалуйста. Хорошо. Драка там идет. Я фармлю Пушевичу. Сларки. У меня еще Ега есть, по сути. Надо было пушить. Надо было просто пушить. Так, ну мне поможи, бабушка будет делать, да, сейчас? Хорош. И зачем его? Надо уходить отсюда. Не дадут. Не дадут жить тут. О, ничего себе, там рокет летит. Рокет летит. Но живу.
Живу. Сларк, если вылезет, надо драться. Печалька. Печалька. Так, 4000. Жесть, бредовая игра на самом деле, спушить мы не можем. 53 минуты. Печалька. Ну, Сларк, да, такой, кстати. 12-12, но... С даггером и ботлом одобряем. Одобряю. Даггер, ботл, вот это, конечно, не понимаю. Даггер, ботл, вот такой себе. Можно лотар тут сделать, с лотаром спушить спокойно. Там нету детекшена. Ну, блин, ну если бы не диффуз, кстати, несколько раз было бы очень много фида. Куда ты? ББ, ББ. Вместе зайдем. Смотрите, сейчас там ракета летит. Возможно, если Сларк сейчас забычится. Такой... А, нет, Сларк там критиков бьет. Кристаллис. 5-3 золотых есть. Не крачей соврать. Куру положить. Жестко. Ес там их ослэмнул, что ли? Ничего себе, психанул. Осуждаю. Такие действия на ЕСах. Oh no. Рон голый у них. Вообще. Это плохо уже может быть. Ну, подраться, я хз. О, хорош, слил. Хорош. Давайте оверповер есть. Хорошо. Вивер байбек. У меня тоже есть байбек, да? Давайте откайтим их подальше. А если еще выживу, будет прекрасно. Не, не выжил. Ну, вам сколько байбеков было? Байбек пуш, байбек вивер. Жесть. Вот они за байбекали. 120 секунд реса. Сларк с БКБ. Большая кривет. Нету байбека, да? Можно, в принципе, полететь. Сейчас будет попробовать в трон выйти. Жесть. Это дичь. 40 секунд лина, да? Мне кажется, тут надо бубацкаться. У этого ТП нету. У этого ТП тоже нету. Ларка тоже ТП нету. Ну, почему нет? Почему нет? Саны без ТПшек. Хорош. Так, 50 секунд. Гиро байбек. У меня диффуза кончились, парни. Гиро байбек. О, желтый ТП делает. А, нет, не делает. Че, они ушли, да? О, я умер. Надо драться. Это сейчас чревато лузом. Это сейчас чревато лузом. Ну, это луз уже. Это луз уже. Верлух пойдет. 100 секунд меня не будет. Ждите. Короче. Еле-еле выигрываем эту игру. И то непонятно, выиграем или нет. О, убить можешь. Бэкстеп. Мог, кстати, с даггера прыгнуть, забрать его. 90 сек. Кто там? Этот Питлор треснулся. И зомбезию заюзаем. Зомбезия с тамбезией. Хорошо. Деф, да, деф. 70 секунд. Ну тщетно, я низ так пошел, жесть. Да надо было вот тут пушить, когда была возможность. Феникс сейчас тяжело очень с этими фениксами. Очень тяжело. Сейчас энтри нет, ни хрена. Да поставь ты. Так, хорошо. Это глупая смерть просто. Просто глупейшая. Да уведите его отсюда, Сларку статы не давать. И все, и под душу. Давайте дефаемся. Вы чё? Сларка, чё боитесь? Стан, дай ему, брат. О, все, ГГ. Зомбези. Зомбези увели. Хорошо, 30 секунд. О, упала золотые.
Сларк все насосал. Статы. Пошла имба. 200 дэмэджа. Так, юзается байбек у нас от Пита. Пит пытается что-то сделать. Бежит просто. Но Сларк уйдет тут. Это ж имба. Руты дай ему. Руты сразу дал бы, убили бы. 100%. Так, хорошо. На 4 секунды я ресаюсь. Если бы руты сразу дали бы. Опа. Хорош. Давай, души его. Хорош. Ой, как приятно. Гоу. Мид. По миду. Лина, 70 секунд. Минус 3, один там. Там один Сларк будет. Сларка убили, сейчас у него стат нету нифига. И не будет. Вот это потная, конечно, игра. 60 минут вот этой беготни. Но хотел совсем другой билд, но получилось, что получилось, ребят. Это жестко. Можно трончик, в принципе. Гирыч я сразу заберу, наверное, да? Готов. Не-не, топ, ломаем. Пусть отвлекаются на мид. Деремся. Хорош. Джи. Я так и знал, что сейчас они отвлекутся и потеряют мид. Ребятки, ну вот такой вот у нас гайд получился на Урсу. Надеюсь, он вам понравится. И в целом, если есть какие-то вопросы по данному персонажу, пишите. Я всегда отвечаю на комментарии. Если, ну, если посчитаю нужным ответить. Если там какой-то вопрос адекватный, то да. А если просто что-то там круто-круто, я обычно просто ставлю лайк. Уф, катка получилась лютая. Вот это максимально софтерский чел. Это просто нужно делать вот так вот. Шокс, рукс. 4-4, 4-3, это сразу банлист. И, в принципе, что я могу сказать по этой катке, ребятки? Вроде получилось неплохо. В целом, гайд на Урсу, я думаю, получился, в принципе, нормальный. Пишите, какие билды вы юзаете и какой Урса вам нравится больше. Ух, вроде ничего не забыл, друзья. Спасибо всем, кто поддерживает, кто лайкает. Ну и все. С вами был Ксназ, и до скорого.